Undying, Дирги. Те, кто встречал его хоть раз, считают, что Undying — образец подлости и грязи, и даже его приятели-зомби считают так. Undying блуждал вне пустошей, служа королю Личу в надежде наконец-то обрести покой и быть принятым среди нежити. Ну и нахрена он такой нужен? Ты посмотри, рядом с ним мухи летают уже, он сдох. Пока часть последователей Плети считает его неприятным типом, нельзя сбрасывать со счетов его возможности, среди которых возможность призвать самокопирующихся зомби, которые быстро распространяются как чума. Бесспорно, именно он может стать основой победы Плети в ее завоеваниях раз и навсегда. Ладно, мы берем тебя в свою тусовку, только сначала... Тебе нужно исполнить обряд. Да, сделай это. Oh my. Господи, долбиться в попку такой кайф. Абдушка, ты следующий. Где ты? Вот так делаю. Но я дерусь. У меня варианта нету отходить. С зомбарями так нужно драться. Это томбу ломает. Томбу нужно сейвить, ребята. Хорошо. Томбики делают вещи. Даблкиллы! Почти на вставочку. Даешь на вставочку. Давай, помогай. Ты чё, я ж тебе все отдал. Чувак. Аслардари. Прыжок в троих. Похилю. Хиляю, у тебя фулл хп, дядь, уже. Пусер. Команда Пусер. Ой, бро, кому он так писать нехорошо, Пусер. Ну ты рак. Но я умер, да? Я-то думал, ты норм. Просто байбек и бежать. Вот он, вот он так крысит, жесть. Что это такое? Почему он так стоит? Он играет, знаете как, очень аккуратно играет. Чисто как Криса. Вот он, вот он. Чувак, на воде, дай я тебя побью немного. Оп. Ха! Зашел. Оп. Ой-ой-ой, дядя. Возможность призвать самокопирующихся зомби, которые быстро распространяются как чума. Бесспорно, именно он может стать основой победы Плети в ее завоеваниях раз и навсегда. Все боятся томбы, ничего делать не нужно, ничего делать не нужно, зомбики делают все дело. Да, были же когда-то времена. Тогда, конечно, и бомжи вкуснее пахли, и гайды, наверное, свежее были, да я был молодой. Да... Ну, не такой успешный, как сейчас, конечно. Но да ладно, не об этом. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы, конечно, подойдем к разбору этого гайда, хочется поблагодарить вот этих спонсоров и всех, кто подписан на мой YouTube-канал. Всем спасибо, кто поддерживает. Также не забывайте, что у меня есть еще ТГ-группа, есть Boosty, куда я выкладываю стримы. Там бесплатные подписки, просто заходите, подписывайтесь и смотрите контент. Ребятки, если кому-то есть желание, если кто-то хочет поддержать, на Boosty можно закинуть донат, можно закинуть здесь в YouTube, не вопрос. Это дело каждого, кто хочет, так и поддержит. Спасибо всем, кто участвует во всех мероприятиях, которые я устраиваю на своем канале, конкретно розыгрыши. Вся вот эта тема, именно почему я заговорил про донат, потому что на Boosty есть платная и бесплатная подписка. Но я сказал, что есть бесплатная, поэтому welcome. Ребятки, всем спасибо от души. Как вы поняли, сегодня у нас новый гайд. На вот этого прекрасного, вонючего бомжа, вот он, смотрите, это Дирги! Сегодня, конечно же, у нас на новый лад гайд переписывается, и мы сегодня будем разбирать и будем узнавать, как работают его способности. Как работает Дикей, как работает Soul Rip, как работает Tombstone и как работает Flash Golem. Сегодня у нас очень много нюансов, очень непонятный гайд, очень странный гайд, потому что в геймплее максимально непонятный гайд получился у меня. Ну и, конечно же, пожелаю всем приятного просмотра, не будем тянуть, присаживайтесь поудобнее и поехали.
Ну что, друзья, начинаем, конечно же, разбор наших способностей. Самая первая способность, которая у нас сегодня имеется, это Decay. Хоткей у нас D, прокачали данную способность. Эта способность позволяет зомбику вытягивать силу с оппонентов, прибавляя ее себе, и при этом вы еще попутно будете дамажить. При этом у вас будет увеличиться урон, так как у нас основной атрибут это сила. Соответственно, эта способность очень сильно будет бустить нашу персонажа. Тут есть определенные у нас тайминги, определенный дэмэдж. Ну и, конечно же, все это мы сейчас будем изучать. Так как мы уже способность прокачали по ходке ЕД, у нас имеется вот такая вот АОЕшка, и дальность применения этой способности у нас 625 единиц. В радиусе 625 единиц вы сможете вот так вот указать цели и украсть у всех силу на определенное время. Это все мы будем разбирать по табличечке, которая выйдет у нас немного позже. Радиус у нас составляет 325 единиц. Ну и давайте применим разочек данную способность. И смотрите, у нас сейчас первый уровень данной способности. Обратите внимание, что первый, второй, третий, четвертый уровень у нас везде по 4 силы воруется. То есть, неважно. У нас там увеличится только дэмэдж. Время у нас также с ворованной силы остается неизменным. Зависит не в зависимости от уровня прокачки. Вернее, независимо от уровня прокачки. Ну что ж, давайте применим, посмотрим на силу зомбаря. Вот так вот в троих юзаем, и смотрите, 52 силы у нас стало, у нас увеличился урон, увеличились хп. В принципе, и все. Гайд закончен. Да, поняли, короче, пошли вот эти титры, но не суть. Короче, я думаю, в применении максимально простая способность, и вам максимально понятно. Просто воруешь силу, напрягаешь, и все. Больше ничего делать не нужно. Данная способность у нас имеет некоторые специфики. Например, вот у нас как в доте вообще? 5 оппонентов есть, да? Вот, допустим, тут 4 стоит. Но есть еще один герой, который имеет клонов. Это Геомансер. Правильно, с Гео со всех пятерых вы не сможете своровать силу, потому что по какой-то специфике рандомно у какого-то геомансера воруется сила. То есть, в любом случае, кастуя вот так вот, вот в этих персонажей и во всех мипа, вы воруете только у 4 юнитов и у рандомного одного мипаря, либо у клона, либо у оригинала. Поэтому вот эту тему нужно знать. Я эту тему говорил еще и в прошлом гайде, но не суть. Ты не видел здесь моего братишку Магину? Я хочу с ним встретиться. Чувак, тебе другой гайд. Зачем ты здесь это? Иди, давай, в описании там есть еще. Иди там ищи. Ух, жесть, вот эти антимаги ваши, не суть. Короче, смотрите. Выходит табличка и поехала. Дальность применения 625, радиус 325, урон. Урон. Самый интересный момент. Урон 20, 60, 100 и 140. Данная способность наносит у нас магический урон, попутно воруя силу. То есть... На четвертом уровне 140 дэмэджа магического вы нанесете и своруете еще 4 силы. Это понятно. Крадет силы 4 и с аганимом 10. Про аганим мы поговорим прямо сейчас, после объяснения вот этих всех моментов. 10 сил с аганимом. Длительность 40 секунд. В течение 40 секунд будет у вас бонус к силе. Смотрите, у меня уже 40 секунд прошло, сила упала. Вот такая вот приколюха. Требуется маны. 70, 90, 110 и 130 маны. На ласт уровне очень большая манокост. Из-за этого зомбику приходится втариваться на что-то такое, что типа дает ману. Там аркана какая-нибудь, какие-нибудь еще артефакты на ману. И для этого... Как говорится, ну, соответственно, имеются место быть, да, то есть нужно работать на ману зомбику, чтобы можно было постоянно сосать силу. Тем более раз в 4 секунды красть силу, так это же очень-очень круто. Вы просто можете оставлять юнитов без силы, если у вас в команде есть Котл, Котл бафает вас чакра, вы 2 раза дикеем подряд воруете силу. Есть тоже отдельное видео по этой теме, тоже делали в рубрике «А что если?», посмотрите обязательно, тоже в описании, если не забуду, оставлю. В случае, если я забыл, напишите комментарий, я комментарии читаю и приложу всю эту тему в описании. И монокосты, перезарядка, вещи. Перезарядка 10, 8, 6 и 4 секунды, как я уже сказал. Раз в 4 секунды воруем. Это реально очень-очень круто. Ну и что ж, что у нас касаемо всяких вот этих моментов, типа диффуза, не диффуза, развеяние, БКБшки, итем 230. Смотрите, как это будет работать на БКБ. То есть, оп. Кастуешь и пофигу. Пофигу. То есть в БКБ данная способность не работает. Ни дэмэджа, ничего не нанесет. Это нужно понимать. Еще один небольшой нюансик, который, в принципе, лежит на поверхности, но как бы это для продвинутых. Смотрите, так как мы воруем силу с дикея, можно приравнять эту тему вот так. Если я не ошибаюсь, по-моему, одна сила в первой доте это 19 хп. И 76 дэмэджа вы наносите, то есть как, не 76 дэмэджа, а получается 76 хп вы забираете с одного дикея.
С одного дикея вы забираете 76 хп. То есть это можно приравнять для оппонента как будто чистый урон. И прибавьте еще 140 магического. 70 плюс 140, итого там 200 дэмэджа получается, да, вы чистым по сути наносите. То есть то, что вы силу забираете, это по сути можно приравнять к чистому урону, потому что хп сразу уменьшится. Второй нюанс, который тут еще есть. Сначала наносится дэмэдж, потом снимается сила. Это очень важно. Почему? Потому что когда у юнита там примерно 180 хп, да, остается, вы его не добьете с дикея никак, потому что у него останется 1 хп. Если бы сразу силу снимало, то есть, прикиньте, со 180 хп образно у него 1000 хп, снимается сила, да, сила снимается, 4 силы, это 76 хп, и потом наносится урон. То есть у него меньше хп и наносится урон, и он умирает. То так было бы круче. Но сделано специально очень хитро. Очень-очень хитро. Сначала наносится урон, потом снимается сила. То есть это для того, чтобы не было обуза, что чел бы сразу умирал с дикея. Потому что, ну, это реально очень жестко. Опять-таки, в том видосе, где я с Котлом играл через чакру, это реально жестко видно. Потому что один хп тупо остается, оппонент, потому что у него нету силы, а добить вы его не можете. Потому что, ну, дэмэдж уже прокнул, а сила только сейчас снялась. То есть вот такой вот жесткий момент. Следующий момент у нас, это как работает дикей на манту. Если стоит вот так вот куча юнитов, конечно же, у иллюзий вы не воруете силу. Это, ну, это тупо, да? Сами подумайте, у иллюзий воровать силу, ну, что это такое? Ну, это ж абуз нереально жесткий. Ну, и, в принципе, все. Данную силу нельзя развеять, так как это не статус, то есть, образно, если вы наворовали силу оппонента, вот так вот, да, то есть... Вот так вот, воруете, вы никак зомбика это не развеете. Сколько там силы? Вон, пугна там, 200 хп, там, дум, 700 хп и 600 хп Сандкинг. Это два силача у нас здесь и, конечно же, один интовичок. 7 интеллекта у чувака, ну, ой, интеллекта, 7 сил, он вообще не сильный, в зал бы ему надо сходить. Одна сила и поехала вот так вот, раз... В минус не уходит, как видите. И можно ли, вот тут мне сейчас интересно, там можно ли апнуть с него еще что-то. Да, с него апается еще, но при этом у него в минус не уходит. Это не работает как с сайленсером, да, и не работает как с другими героями, которые в инту в минус, да, допустим, загоняют там вот это все. И там некоторые вот эти вот моментики, да. То есть вот этот момент тоже, ребятки, нужно знать. Ну и что ж, по дикею, в принципе, поговорили. Все просто, если что-то непонятно, пишите в комментариях. Я на все это отвечаю. И далее, Аганим. Сейчас мы его разберем. Приобрели мы, ребята, Аганим. И что у нас поменялось? Визуального эффекта, к сожалению, у бомжа никакого не имеется. Но теперь с помощью дикея мы будем воровать за одно применение 10 силы. 10 силы просто за одно применение. Это в 2 раза больше, считайте, чем в стандарте, да, то есть 4 или 10. Это реально очень много. Ну и при этом получается наш дикей будет наносить чистым 190 и магическим 140. Почему чистым? Потому что мы забираем здоровье, да, получается, забираем силу и забираем здоровье. Давайте посмотрим, насколько сильно это забустит моего героя. Образно одно применение. 1300 и 2000, я четверых сейчас забафал, мне сразу дало 700 хп. А прикиньте, каждые 4 секунды, от того и меньше с Октарином, вы будете просто... Смотрите, что происходит. 4 применения, 5 применений, сколько я сделал, и у врагов, смотрите, хп. 300 хп, 100 хп, 600 хп, 400 хп и 300 хп. То есть вы примерно понимаете, насколько это грозная тема становится. Опять-таки, видосик с рубрикой «Что если я приложу?» Не забуду, потому что я себе марочки ставлю на монтаже и, надеюсь, реально не забуду. Ну, по идее, не должен забыть. Окей, ну и это реально очень имбово. Очень имбовый Аганим. При этом, смотри, какой у нас дэмэдж. Мы становимся тиником. Это сделано для баланса, на самом деле, для баланса с томбой. То есть у томбы там есть некоторые нюансы касаемо зомбарей, да? И чем меньше хп у юнитов, то есть вот образно вот этих, тем лучше для томбы. Поэтому сделано, что силу сосете. И, конечно же, это все в комбинации дает вам возможность уничтожать оппонентов люто. В принципе, это и все вот эти вот нюансы. Все. Просто дает возможность высосать 10 силы за один дикей. Это круто. Ну и что, ребятки, поехали на некстовую способность. На Soul Reap. Ну что, ребята, следующая способность на нашем персонаже — это Soul Reap. Данная способность позволяет лечить союзников, дамажить врагов, лечить самого себя
и лечить Томбу. Томба — это у нас третья способность, они немного позже, и опять-таки я этот момент с лечением затрону. Как у нас работает данная способность, сейчас расскажу. Хоткей у нас R, данную способность мы прокачали, и дальность применения этой способности 750 единиц. Это таргетная способность, это не АОЕшка, и если вам кого-то нужно захилить, вы просто берете, нажимаете образно на CM-очку вот так вот, и со всех юнитов в радиусе 1300 единиц будет собираться определенное количество здоровья, И это все будет складываться и заливаться в того, на кого вы нажимаете. Понимаете, как это работает? То есть с миру по нитке и в одного заливается. Либо это дэмэдж будет, это дэмэдж, а именно как это выглядит примерно вот, вот так вот. Либо это дэмэдж, либо это хил. То есть вот это враги, в них, естественно, дэмэдж. Вот союзника, естественно, хил. И обратите внимание, немножко хп забирается, да? Но это вот такой вот небольшой нюансик данной способности. ХП немного забирается. То есть у нас тут забирается примерно, смотрите, давайте посмотрим, сколько чистеньким забирается. Вот у ЦМ-ки сейчас 739 и 722. То есть 739, 722. Ну, примерно где-то 18 за юнита. И в зависимости от уровня прокачки у нас начинает увеличиться. То есть 30, там, вот смотрите, 18, 22, 26 и 30. То есть это в зависимости от уровня будет у нас скакать. Но об этом сейчас поговорим. Уф. Погнали, ребятки. Короче, вы поняли, чем больше народу, тем сильнее и мощнее вы либо продамажите, либо захилите. Вот такой момент. Плюс этой способностью, как я уже говорил ранее, можно захилить Томбу. Там будет хил своеобразный, поэтому это нужно будет досконально разбирать. Выезжает табличка и смотрим. Дальность применения 750, радиус 1300. Это радиус поиска всех юнитов, которые у нас есть, чтобы можно было захилить. Понимаете, да? Либо надамажить. И следующее. Урон, лечение за юнита. 18, 22, 26 и 30. То есть, образно, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И это все. 30 с каждого собирается. И это либо в дэмэдж, либо в хил. Это максимально просто и понятно. Максимально юнитов 10, 12, 14 и 16. То есть, определенное количество. Это 16 юнитов. Самое максимум, самое много на ласт уровне нужно, чтобы достичь максимального результата во время Soul Reap. А если рядом никого не будет, то, естественно, Soul Reap и ничего не нанесет и ничего не захилит. Вот такая тема. Монокоста у нас 100, 110, 120 и 130 низ. Перезарядка 24, 18, 12 и 6 секунд. Раз в 6 секунд можно будет Soul Reap. Чем больше народу, тем сильнее вы хилите или дамажите. Вот так вот все простенько по табличечке. Касаемо Black King баров, давайте посмотрим, что у нас будет юзаться и как у нас будет использоваться с Black King бар. Вот образно, да, вот я сейчас кастую, и с Sun King не забирается у нас здоровье, и в БКБшном Sun King я не могу тоже также нажать Soul Reap'ом, но я могу захилить союзника, образно, и тайм 230, если мы тут пропишем, это у нас БКБшка, на союзника я могу, а нет, на союзника не могу, при этом, смотрите, написано, частично проходит сквозь иммунитет заклинания, можно применять на союзника с иммунитетом к заклинаниям, но в БКБ нельзя, почему-то на сайте написано, что можно, очень странная тема, вот, то есть, союзник в БКБ, я его захилить не могу, к сожалению, имеется вот такой вот момент, но по-моему, смотрите, ну-ка, сейчас посмотрим еще раз, мне показалось или нет, союзника забирается через БКБ? Нет, союзника через БКБ также не забирается, так что вот такой нюансик. Естественно, в линку вы эту способность также не можете кастануть, в линочку, не могу линку подобрать, смотрите, некликабельно, оп. В линку эту способность нельзя закинуть, то есть линку вы можете спокойно сбить этой способностью. Ну и в принципе все, все нюансы с этой способностью у нас учтены. Первая способность на дикее, кстати, у нас в инвиз, можно чекать, если рядом с вами кто-то есть, дикей, а вы ешь кастанули, в инвизе силу своруете, этот момент не сказал. А тут у нас, если юнита вы не видите, естественно, ну давайте, исееди ад пеопле, то вот у нас может быть вот такой вот прикольчик, смотрите, образно, вот так вот у нас тут есть юниты, да, радиус 300, вот так вот, и рипаем, и видите, вот тут юнита нету, не видно их, и, соответственно, с них я не собираю. То есть, образно, если я их буду видеть, то я буду с них собирать. А если я их не вижу, то, естественно, я с них и не соберу. То же самое будет и с инвизнами. Это очень... Ой, и сиеди от пиопли. Это очень... Не сиеди от пиопли, это очень важный момент. Ну и в совокупности давайте подведем итог. Soul Reap может нанести или вылечить на 180, 264...
364 и 480 единиц магического урона или просто хила. 480 хп либо захилить, либо минусануть. Ну, опять-таки, минус резист, там примерно где-то 400 урона получается со всего вот этого вот, ну, сол-рипа, да, получается. И, в принципе, друзья, все. Надеюсь, все понятно. По поводу потери здоровья тоже у юнитов понятно, что в зависимости от уровня прокачки у юнитов будет забираться здоровье. Но эта способность... Я ни разу не видел такого, чтобы эта способность... Допустим, вот тут один хп у чела, чтобы она его вот так вот солрипом убила, да, за вот это вот отнимание здоровья. То есть я такого ни разу не видел. И, в принципе, я думаю, это и не работает. Поэтому, как-то так. В принципе, по солрипу все. Сладенькие мои, поехали на Томбу. Следующая и мощная способность на нашем персонаже — это Томбстоун. Томбстоун — это такая способность, которая позволяет вам в драке очень жестко напрягать. При этом вы будете нереально, нереально жестким персонажем тимфайтовым, который именно с помощью вот этого надгробия позволит всех врагов замедлять, всех врагов в радиусе действия этого, так сказать, вот этого надгробия, всех в радиусе замедлять. При этом будут настакиваться маленькие зомбики, то есть начинается такой зомби-апокалипсис, и все юниты просто почти обездвижены. При этом зомбики, они такие приставучие, их не берет сплэш, то есть сплэшем их не убить. Ну, по крайней мере, некоторые персонажи сплэшевые, ну, основные такие, как Свен, да, они не могут зомбарей со сплэша убивать, и приходится таргетно на каждого зомбика кликать. Томба — это смерть саппорту, просто на ранней стадии. И зомби с раскачанной томбой на ранней стадии, примерно на 8 минуте, это очень опасная машина. Почему, спросите вы, и какие тут есть нюансы? Сейчас мы это все разберем. Хоткей у нас Т на эту способность, мы ее прокачали, и томба первого левела — это у нас не очень страшное оружие, но... Если пользоваться правильно, образно на руне, да, где-то ставить вот какие-то возвышенности, чтобы томбу никто не трогал, потому что ее можно разбить, то как бы это опасная, все-таки опасная вещь. В зависимости от уровня прокачки у нас томба очень сильно улучшается, при этом улучшаются и зомбари, улучшаются все нюансы, которые мы будем разбирать дополнительно по табличкам, потому что так словесно это крайне тяжело разобрать, все в голове это не уместить. А информация должна быть скомпонована и выражена максимально четко, для того, чтобы вы понимали. Хорошо, прокачали хоткей Т. Дальность применения этой способности 600 единиц. И что у нас произойдет, когда мы ее поставим? Ну, образно, близ деревьев. Вот так вот поставим сейчас, да? И в радиусе у нас сразу же упадут вот здесь вот деревья. В радиусе определенном. И начнут спауниться вот такие вот маленькие зомбики. При этом у них, смотрите, тут есть способности. Эти способности мы будем разбирать позже. Как видите, уже 3 зомбика появилось. То есть у нас тут есть определенный интервал. Это у нас 3 секунды. Раз в 3 секунды будет появляться зомбик. При этом, смотрите, они начинают бить вот здесь из танкинга. И он начинает замедляться. Замедляться, замедляться, замедляться. Видите, вот тут такая способность. И раз уже побежал. Чем больше зомбиков, тем, естественно, жестче будет это замедление. То есть замедление постоянно поднастакивается. И очень сильно начинает солить. Уф. Ну и, в принципе, я думаю, применение понятно. Максимально ставите в драку, да, и зомбики начинают спауниться. При этом начинают всех замедлять и очень сильно доставать. Поехали разбирать по табличке. Сейчас, чтобы ничего не упустить, будем досконально разбирать. Поехали. Смотрите, первое, что мы разбираем, это у нас основные характеристики данной вещи, то есть данного Томбстоуна. Дальность применения 600. Теперь, радиус появления зомбарей, в зависимости от уровня прокачки, 600, 800, 1000 и 1200, то есть в радиусе 1200 единиц зомбики будут появляться и будут всех настигать. Интервал появления зомби, 3 секунды, раз в 3 секунды появляется один зомбик, который падает с одной тычки. Я надеюсь, вы это понимаете. Атак героя для разрушения Томбстоун, 3, 4, 5 и 7. Это очень важный момент, потому что в сравнении с 83-й карты в лейт-гейме томба падает на 83-й карте, просто ЕС подходит, бахнул двойкой, все, томба упала. А на 85-й очень интересный момент. Томба в ранней стадии игровой, она падает так же одинаково, как и в лейт-гейме. Это очень важный момент. Почему? Потому что она падает по тычкам. Для того, чтобы уничтожить этот томб, не нужно там, чтобы у тебя было 500 тысяч урона, то есть ты все равно будешь уничтожать его по тычкам, как яйцо Феникса. Яйцо Феникса, чтобы разбить, надо тычковать с руки. И тут то же самое. При этом это очень крутой момент, который позволяет томбу даже в лейт-гейме реализовывать. Она будет стоять, вы ее вроде как бы, да, а че там, один, два зомбика, три, а драка идет 10 секунд.
секунд, это уже 4 зомбаря, 5, 11, 12, это 6 же и так далее. Математику не надо мне писать, пожалуйста, в описании. Я вас ненавижу, те, кто пишет мне за математику. Я образно говорю, надеюсь, вы понимаете. И, в принципе, в лейтгейме одинаковые шансы. Следующее. Атак не героя для разрушения Томпстоун. 6, 8, 10 и 14. То есть, юниты по типу как призванные форджеты, там некрономиконы, будут, естественно, разбивать Томбу намного дольше. Это тоже очень прикольно. Атак героя, вышки для убийства зомби. Одна, то есть зомби падает с одной тычки, как я уже говорил ранее. Других атак для убийства зомби. Две. Юниты призванные убивают с двух. Это все понятно. Длительность томбы. С уровня прокачки она также увеличится. 15, 20, 25 и 30 секунд. То есть томба в течение 30 секунд будет стоять и будут появляться постоянно зомбики, которые будут замедлять и будут больно бить. В случае, если будет падать порог здоровья, о котором мы поговорим немного позже. О каком пороге здоровья речь идет, это мы разберем на следующей табличке. Следующий момент. Монокос 120, 130, 140, 150 и перезарядка 60 секунд. Раз в минуту вы можете поставить томбу, которая будет стоять на ласт уровне 30 секунд. В принципе, приемлемо. Но, опять-таки, фармить томбой это крайне такой моментик серьезный, потому что драка в течение минуты может начаться, и томба очень хорошо помогает. Помню, делали мы видос тоже с зомби-апокалипсисом. Сколько тут, блин, на самом деле, всяких пасхалок, да, вот в теории я рассказываю, столько там, мне кажется, пачка вот так вот видосов в описании я должен указать, потому что очень много интересных культовых видосов с участием вот этого персонажа у меня выпущено. И реально очень круто. Вот так вот сделаем сейчас и погнали, чтобы не моросило. Ну и что ж, по этим моментам разобрались. Проходит сквозь иммунитет заклинанием написано, что зомбари появляться будут, даже если у юнита есть БКБ. Это очень годно. Ну и что ж, в принципе, по этой томбе мы поняли, по основным характеристикам. То есть я вам рассказал основную информацию. Давайте сейчас томбу вот так в тройку вкачаем и немного разберем ее... Вот этими моментами. И визуально, и защиты, и тут какие-то способности есть. Давайте разбирать. Смотрите, вылезает следующая табличка. Длительность томбы мы уже разобрали, что у нас определенная. Она, в зависимости от уровня прокачки, она у нас разная. Это 15, 20, 25 и 30. Здоровье томбы 6, 8, 10 и 14. Броня. Броня у томбы у нас имеется. У нее есть 5 армора. Это очень важный момент. Следующий моментик. Мы продолжаем. Томба нам максимально нужна здесь, чтобы она стояла и красовалась. Дальность обзора день-ночь. 1800 и 1800. Обзор у нее одинаковый у томбы. То есть вы ее куда-то поставили, и она вас будет, как говорится, направлять, будет давать вам вижен. Это очень круто. Тип обзора наземный. То есть, соответственно, если вы ставите ее на ХГ, то с ХГ будет, естественно, лучше видно. Если в лоу-граунде, то ХГ вы не сможете увидеть. Это тоже один из таких важных моментов. Следующий момент. Награда. Когда вы разбиваете эту томбу, вы, естественно, получаете какое-то определенное количество золота. Это у нас составляет. На первом уровне 75, на втором 100, на третьем 125 и на четвертом 150 золота. При этом опыт составляет на 44 единицы. Ну и, конечно же, данная томба неуязвима к каким-либо способностям. То есть она иммунна. И самый прикольный, конечно же, момент, это можно тревелами еще сюда прилетать. Томба, то есть, является такой способностью, на которую вы можете прилетать. Также еще пугна может декрипифай кинуть на томбу и защитить ее астралом, да, то есть чтобы ее не разбивали. Не говоря уже о тех моментах, что можно вот так вот солрипом ее подхилить. То есть это я уже говорил, то есть томбу сливают до определенных количеств здоровья, да, и вы сразу ее захиливаете. При этом еще можно закинуть корни руфа на томбу, и томба также будет излечиваться. Причем излечиваться будет очень быстро, и я это показывал в фишках, блин. Я все видосы не скомпоную в описании, потому что, опять-таки, фишки, сейчас и фишки, да, вспоминаются, столько видео, видео 6-7 я уже должен там ссылок накидать, я точно что-то забуду, по-любому забуду, даже не парьтесь. И я все равно, кто теорию-то смотрит на самом деле, все ее скипают, потому что неинтересно. Ну и что ж, этот момент вы поняли. Следующий момент, который у нас тут имеется, это касаемо зомбарей. Это уже у нас следующая табличка выходит, и смотрите, вот такой вот один зомбик. Он у нас имеет способности, да? И давайте поговорим в целом о зомбаре. Длительность, естественно, зомбаря равна длительности томба. То есть, если томба пропадает, то, естественно, зомбарь умирает. Сразу же, мгновенно. Если юнит умирает, на которого прилеплен этот зомбик, он тоже умирает. Если кто-то заходит в инвиз, зомбари вот так вот тупят и пропадают вместе с томбой. Следующий момент. Я очень хочу
посмотреть, как будет работать это Silver Agent. То есть, образно, вот так вот укажем путь, да? Сейчас зомбик появится, и что он будет делать? То есть, вот, Silver Agent зашел, юнит, и зомби просто стоит и тупит. Раз, и умер. То есть, он не видит цели, и он начинает дохнуть. То есть, он не побежит за целью, ведь, как видите, он не бегает, он просто сдох. То есть, это тоже один из немаловажных моментов. Касаемо зомбарей, подводим сюда вот так вот Тайда. Вкачаем ему вот эту вещь, чтобы зомбик его не сильно колотил. И смотрим на зомбика. У зомбика есть определенный дэмэдж. Дэмэдж, здоровье, атака, да, и тому подобное. Давайте это все немножко получше разберем. Смотрите, характеристики Undying зомби. Что у него тут есть? У него тут есть пассивочка, которую мы также разберем. И дэмэдж у зомбаря. Плюс некоторые нюансики. Погнали смотреть. Давайте зомбика выделяем, чтобы он у нас был на виду. Смотрите. Длительность зомбаря пропорционально длительности томбы. Здоровье 2, то есть это 2 тычки, да, для неюнита и 1 тычка для обычного вот такого вот героя, образно. Раз, и забрал зомбаря. Все. Следующая. Атака. Атака у зомбика 31 на 39. Атака почему-то дальний бой. Опять-таки примечательно, да. Следующая. Броня 0. Скорость передвижения 375 единиц. Дальность обзора день-ночь 1400 у зомбиков. Это очень-очень понятно. В принципе, не проблема. Тип обзора наземный. То есть, соответственно, я это уже говорил. Дальность атаки 128, ближний бой, награда 0 и опыт 0. То есть, за зомбика, за этого добитого, вы ничего не получаете. Ни золота, ни опыта. Единственное, что кто может получать золото с этих крипчиков, конкретно с этих зомбарей, это, конечно же, алхимик. Алхимик может просто стоять и спокойно фармить этих зомбарей, при этом апнуть получаемое золото до 36. Получается, зомбики появляются раз в 3 секунды, а с нескольких юнитов еще очень много. И так можно золото 500-600 наобузить просто на томбе. При этом еще потом томбу, если добьете, еще получить золото. Ну и в принципе, еще одна табличка у нас подъехала к концу. Следующее, что у нас тут есть, это, конечно же, пассивка. Очень-очень важный момент, который у нас тут есть. Это вот эта прекрасная, красивая пассивка на этом зомбаре. Кстати, зомбарям пофиг на магию еще, если что. Их с магией тоже не убивают. Данные зомбики имеют пассивку. Что эта пассивка делает? Эта пассивка у нас называется Dead Last. Эта пассивка, на самом деле, очень важный момент в томбе. То есть те, кто дошли сейчас, не скипнули, они сейчас узнают очень жесткую тему. Dead Last — это способность, которая активируется тогда, когда у юнита становится мало здоровья. То есть, смотрите, сейчас ХП падают. Падает ХП у СК. Смотрите, они активизировались. И начинают, смотрите, грызть. Грызть, причем они грызут злобно. Они становятся в два раза быстрее зомбари. Они в два раза быстрее бегают и в два раза быстрее бьют. Это тот самый Dead Last, вот этот, который у нас также тут показан по табличке. Смотрите, 20, 25, 30 35%. Это очень-очень важный момент. Как активировать этот Dead Last? И что он у нас в целом делать? Сейчас мы будем разбирать. Смотрите, выезжает. Граница здоровья для усиления зомби. 100, 200, 300, 400 хп. Если у юнита остается 400 хп на ласт уровне, то зомбики начинают активизироваться. Они начинают тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Быстро-быстро-быстро бегать, быстро бить. Это очень-очень серьезная вещь, которая не позволит никому убежать. Просто они становятся в ярости, когда видят маленькое количество ХП, то есть становится меньше 400, все, активизируется и поехало. Поэтому у зомби здесь есть дикей, чтобы снижать здоровье, силу, да, понимаете? В 400 ХП вогнали всех, все, зомбики просто нереальные будут, яростные. Могу еще раз показать, как это работает. Смотрите, зомбик такой, и давайте ускорим их. Смотрите, сравнение, как обычные зомбики бьют, медленно, и эти в два раза быстрее. При этом они бегают как бешеные, смотрите, и все, побежали, и настакивают замедление. Там, смотри, Дума загрызли. Смотри, Сан Кинг не знает, что делать. Он убегает. Он просто в шоке, Сан Кинг. И они стакаются, 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 зомбари. Стоят, тупят и умирают. Потому что Сан Кинг ушел в инвиз. Вот. В этом и прикол. Следующее смотрим, что у нас есть. Процентная граница здоровья для усиления зомби. 20, 25, 30 и 35%. Процентная граница здоровья для усиления зомби. То есть процентовочка. Еще у нас тут есть проценточки. Если честно, об этой процентовке я первый раз слышу. Потому что зомби активируются у нас, когда ХП остаются 400 и меньше. А по поводу процентовки,
процентовки. Это, конечно же, довольно-таки интересный момент. Дополнительная скорость передвижения за границу 50%, дополнительная скорость атаки за границу тоже 50%. Замедление передвижения 7% с одного зомбаря и длительность замедления 2,5 секунды. То есть один зомбик при одном ударе на 2,5 секунды замедляет. И при этом 5-6 зомбарей они начинают вот так вот наяривать. Получается замедление там 5 зомбарей образно по 7. 7,5, 35. То есть 35% замедления скорости передвижения уже имеется. И вот так они настакиваются, да? И получается очень-очень жесткая. Жесткая проблема у врагов, которые находятся под томбой, которые не разрушают эту томбу. Ну, естественно, эти зомбари бьют. Просто бьют нереально жестко. Это проходит у нас через иммунитет к заклинаниям. И очень хочется, знаете что, посмотреть. Очень важный момент, который называется... Сейчас мы его разберем. Это замедление, положительный эффект на зомби. Можно развеять любым развеянием. Это мы сейчас посмотрим. Итем диф, образно, итем 2-4-2. Я хочу посмотреть, можно ли снимать это замедление. Но это замедление 100% нельзя снимать. Сейчас зомбари настакают. Смотрите, тут зомбики яростные. Яростные, да, то есть, смотрите, зомбика задиспелить. Не получается задиспелить зомбика. И не получается снять это замедление, которое настакивается, да, то есть, смотрите. Зомбики по процентам работают. Смотрите, все-таки процентовка имеется в виду, то есть, граница здоровья для усиления зомби. Написано 400, да, по табличке. И процентовка 35%, то есть, у СК... Сейчас здоровье было меньше, чем 400 единиц, но процентовка 35%. По процентовке зомби усиливаются, а вот почему написано граница здоровья для усиления зомби? То есть тут противоречие идет на сайте, и я помню, что не от процента зависело, а именно от здоровья. Видимо, тут что-то либо напутали, либо совместили, либо 400 хп, либо 35%, но это максимально бредово, если честно, потому что тогда, если у тебя 400 хп и это не 35%, да, то зомби почему-то там усиливаются или не усиливаются. Это крайне вот этот момент непонятный, но, как видите, по процентовке именно усиление зомбарей идет, а почему написано на табличке именно порог, да, граница 100, 200, 300 и 400, это максимально непонятно. Ну да ладно, в принципе, разобрали, ориентируйтесь по 35% от, получается, максимального здоровья, да? То есть вот такой момент. Ну и, в принципе, все, друзья, по этой способности все, вроде, все моменты разобрали, все таблички разобрали. И я думаю, томба для вас теперь более чем понятна, как грозное оружие против, опять-таки, юнитов с даггерами, да, и против юнитов, которые... На ранней стадии очень слабенькие, типа там Леон, Шаман, вот эти, Раста, да, Дазл, они не смогут быстро избавляться от этих зомбарей, и это реально очень серьезная проблема. Поэтому, ребят, не пренебрегайте томбой, качайте ее и выигрывайте доту. Погнали на следующую способность. У нас осталась самая легкая способность на нашем персонаже, самая тяжелая это была томба. Поехали. Ну что, и самая крайняя способность на нашем персонаже, это, конечно же, флеш-голем. Данная способность позволяет увеличить получаемый урон для оппонента, и это называется у нас амплификация. Причем амплификация, которая увеличивает все три типа урона, то есть магический, физический и чистый. То есть даже чистый будет увеличиться, то есть это амплификация. Это не просто, типа, да, снимание резиста, да, типа, а это амплификация, то есть это увеличение дэмэджа, именно как второй спелл Ридара, да, как второй спелл Ридара, и что у нас еще, если честно, неважно, забыл, короче. Еще какие у нас есть амплификации? Не суть, короче, второй спал Эридара, и, в принципе, все. Прокачиваем данную форму, хоткей у нас F, и по нажатию этой формы, по нажатию, мы сразу же превращаемся в вонючего голема, у которого есть, ну, определенный такой микромоментик, который нам нужно разобрать. Как и в старом гайде, помните, я показывал, что чем ближе к зомбику находишься, тем сильнее действует дебаф вот этой амплификации. К слову, от уровня прокачки у нас тут амплификация вот это увеличивается. Увеличится она до 30%. Но это мы отдельно по табличке разберем. Давайте нажмем сейчас на эту форму и посмотрим, как у нас она будет работать. Нажимаем F и смотрите, вот так он становится вонючий. При этом, смотрите, появляется у юнитов, которые находятся в радиусе, эффект. И обратите внимание на статус. Я еще отдельно это вывожу. Смотрите, статус. Подойду сейчас поближе. Оп, один, два появились.
Сейчас вот так вот подойти надо, вот один, видите, один дебаф, второй, третий дебаф появляется, четвертый дебаф и пятый дебаф сейчас появится, когда я совсем близко подойду. Эти дебафы сигнализируют о том, что насколько по вам увеличен урон. Чем ближе к зомбику вы находитесь, тем сильнее вы будете получать дэмэдж. С руки, с ноги, там, не знаю, с бутылки или еще с чего-либо. Поэтому, когда зомби находится в форме, вы будете очень-очень жестко хапать. При этом, как бы не стоит забывать про чем дальше, тем лучше. То есть от зомбаря нужно держаться подальше. Все типы урона будут увеличиваться по вам, если вы находитесь ближе к зомби. При этом вы будете и замедлены по вот этой вот... Блин, как это сказать? По вот этим уровням, да, вы будете замедлены. Чем ближе, тем сильнее на вас будет накладываться замедло. Тем сильнее вы будете подвержены всему, любому типу урона. Понимаете, да, надеюсь? Ну и форма, конечно же, это метаморфоза, которая, она не снимается там образно диффузами, какими-то другими моментами. А если зомби умирает, то эта форма, естественно, пропадает. Но если он байбекается, да, форму он не может опять-таки восстановить, потому что ты умер, и все, в этой форме ты умер, байбекаешься в обычной же форме. Поэтому эту тему тоже нужно знать. Касаемо таблички, ребятки, все просто. Поехали. Радиус 750 это радиус самой первой волны, и потом, чем ближе будете подходить к зомбику, тем, естественно, будете больше получать этого дебафа. Этот дебаф убирается просто банальным отходом от зомбаря. Я думаю, вы это заметили вот немножко пару моментиков назад. Смотрите, минимальное увеличение урона 1% и максимальное увеличение урона это 20, 25 и 30. То есть, чем ближе вы к зомбарю подходите, тем сильнее вы получаете дэмэдж. Минимальное замедление скорости передвижения 1% и максимальное замедление скорости передвижения 20%. То же самое. Ближе подходишь, больше замедляешься. Лечение за смерть героя. Очень интересный момент, который я не обусловил. Лечение за смерть не героя и за лечение за смерть героя. Когда вы находитесь в драке и в случае смерти оппонента какого-либо, к зомбику летит черепок. Этот черепок восстанавливает зомбику здоровье. С героя это 6%, с не героя это 2%. То есть все умирают, и ты по чуть начинаешь хилиться. Как это примерно выглядит? Ну, давайте я вам покажу. Вот образно вот тут, туда вот. Подошли в радиус от его, убиваем, да, и такой черепочек летит, оп, и этот черепочек восстанавливает здоровье этому зомбарю. Все очень-очень-очень простенько. Следующее, длительность задержки ауры 0.5, это нам не важно, длительность 30 секунд. На 30 секунд вы становитесь вонючим зомбарем, который замедляет и увеличивает урон в драке со всего абсолютно. С руки, с ноги, с бутылки, с магии, с чистого урона и тому подобное. Монокос 100 единиц и перезарядка 75 секунд. Аганима тут нет. Аганим у нас имелся на первой способности. Кто не знает, что делает аганим на зомбике, перематывайте назад. В принципе, все. Вот такая вот у нас форма. Чем ближе стоишь, тем сильнее ты замедлен, тем больше ты получаешь урона. В принципе, понятно. Написано, проходит сквозь иммунитет к заклинаниям. То есть, образно, мы нажимаем БКБ. И обратите внимание, Сан Кинг замедляется в БКБшке. И при этом отходит подальше и побежал, да, то есть на него не действует это замедление, когда вы отходите. Данный ультимейт работает и через БКБ, при этом работает еще и амплификация через БКБ, то есть вообще пофиг. Смотрите, раз, два, три тычки даю, у нас остается 1240 хп. А если без БКБ, да, то есть попробуем без БКБ, это получается сейчас у нас форма закончится и без БКБ. Раз, два, 1340 та же хп остается. То есть амплификация работает и через БКБ. То есть все равно ей. Этому замедлу все равно и все равно этой амплификации. Поэтому вот такая вот тема. Иллюзия появляется с полным действием способности 30 секунд, независимо от того, сколько осталось до конца у андайнга флеш-хипа. То есть, ну, иллюзии, не знаю, манту я никогда не собирал на этого героя. Ну, типа, итем, манта, вот, допустим, образно мы создаем, да, оп, и диргачи побежали. То есть, смотрите, они не закончились, они остались в такой же форме. При этом, смотрите, амплификация теоретически работает, но она и должна по факту работать. То есть, тем самым вы можете, по идее, я так думаю, увеличить амплификацию, получается, да? Увеличиваете, то есть, а юнит замедлен или нет? Юнит замедлен, да, амплификация полностью работает. То есть, у иллюзий вы можете с помощью иллюзий продлить, получается, флеш-голема. Это реально очень круто. Вот этот момент, если честно, я не знал, потому что я никогда не собирал манту, да и как-то бы, в принципе, не интересовался таким моментом. Но, опять-таки, для вас вот фишечка новенькая. Ну и, в принципе, все по данной способности крайне просто. Главное, запомните, замедляете
накладываете огромное количество амплификации, то есть вы, получается, наносите больше урона, и ваши союзники больше урона, и крипы, и товара, все наносят урон намного больше по юниту, который находится под амплификацией. И чем ближе вы стоите, тем сильнее вы воняете. Поэтому, ребятки, вот такая тема. Ну и что ж, друзья, подошли мы к крайним моментам разбора данных способностей. Мы закончили разбор способностей. Это по кайфу, это по кайфу. Сегодня я для вас заготовил несколько интересных игр. Конечно же, каточки через Аганим. Каточки в четвертой позиции. Почему в четвертой? Потому что зомби — это четвертая позиция. Всегда зомби — это 4. По миду, если вы идете на зомбике, это чисто можно по рофлу, да, но зомби довольно-таки неплохой мидер, потому что через Дикей и Soul Reap реально очень жестко напрягает, тем более милишников. И, ну, не рекомендую идти на мид, но будет одна катка через мид. Это будет чисто от меня контент дополнительный, там катка вообще на самом деле кринжовая и реально... Ну, по фану, посмотрите. В принципе, все, друзья. Пожелаю всем приятного просмотра. Спасибо всем, кто поддерживает, всем, кто лайкает, всем, кто подписывается на мой YouTube-канал, на мой ТГ, на мой Boosty. Не забывайте залетать на стримы в 19 по МСК. Ну, немного бывает позже запускаю стрим, потому что я сейчас человек семейный. У меня ребенка и жена, как бы, и поэтому... Извините, если, как бы, не успеваете на стримы, да, вот... Типа в 19 все привыкли, да, но немножко позже еще запускать, потому что, ну, нужно. Нужно, ребятки, запускаться немножко позже. Тем более сейчас лето, рано не темнеет, и приходится чуть позже еще дополнительно из-за света запускаться, потому что морально действует, что в 19 по МСК хочется как бы погулять, да, немного подвигаться, с ребенком посидеть и как бы, ну, понимаете, да, вот эти все моменты. Не буду вас грузить в целом. Приятного всем просмотра. Поехали, друзья, смотреть интересную практику. Не забудьте поставить лайк. Ну что, ребята, первая гаме у нас загрузилась. И сейчас, конечно же, мы будем брать зомбезию и поиграем так, как надо играть. А именно постараемся сыграть четвертую позицию. Почему постараемся? Потому что нужно стараться играть на четвертой позиции. Гайд — это то, как нужно делать, ребятки. Не забывайте. Касаемо контрпиков, конечно же, ну, зомби сам по себе такой персонаж, его контрит время, реально, контрит время, потому что на начальной стадии он очень жесткий, он очень бодрый, он очень сильный, и саппорт 4 позиция, напишем сразу, саппорт 4 позиция, напишем, вот, и, короче, смотри, некр зомби пугна сносит топ за 5 минут, о, там, смотри, парень, короче, в тему какой-то вошел и просит сыграть фасткатку. Окей, круто. Я за любую движуху. Сейчас сыграем на зомби как нужно. Следующий момент. Касаемо контрпиков. Контрпиком будет очень сильный, это, конечно же, Котл. Котл, Монолик. Если зомби не двигается по драке, это очень плохо. Если Монолик кидается на зомбика, то ГГ. Ну, а так, в целом, зомбика убивают все вот эти Найксы, да, там, Хускары. Он зомби сам по себе, у него урона особо толком нету. Он, сама фишка зомбика, это когда ты дикеешь и сол-рипаешь. Ну, и, конечно же, напрягаешь с помощью томбы. То есть, томба стоит, зомбики бегут, как бы, все хорошо. Но ничего. В целом, как бы, такая ситуация. Там, таракашки, да, вот могут там подзаконтрить. Что у нас еще? В принципе, можно вот так пробежаться, да, типа... Ну, вот тут тяжеловато будет Пандарен, да, будет там промах кидать, мы и не бить не сможем, ничего. Но, опять-таки, сможем магии разминать. Феникс тяжело будет, потому что у нас много хп, он очень хорошо сжигает. Пудж, Найкс, там, вот это вся... В принципе, все герои могут хорошо контрить зомбика. То, зомби — это, в принципе, не такой персонаж, как, допустим, Джиггернаут, там, и нужно определенные какие-то персонажи, да, там, допустим, Инвокер с Санстрайком, Пудж Хуком может пробивать, Крутилку, там, знаешь, нужно бояться, там, каких-то Астралов, потому что он не слэш прекратится, либо каких-то Юлов, там, да, то есть нету такого определенного контрпика. Поэтому, как бы, ну, герой сам по себе простенький. Но... В принципе, я думаю, понятно. Из друзей у нас тут по игре будут, конечно же, персонажи, которые замедляют, которые станут. Это для того, чтобы хорошо, хорошо пользоваться всеми способностями, которые у нас есть. Ну и в целом, в принципе, все. В принципе, все. Персонаж сам по себе хороший, ребятки. Не забывайте, что зомби — это реально круто. Так, у нас очень фастовый пик. Очень фастовый. Так, возьмем, знаете что? Давайте, раз я четвертая позиция, это берем Courier. Берем вот такую тему, берем вот такую, вот так и вот так. Все, вот это наш Зотар. С Мортрейдкой пойдем. С Мортой. Мортой пойду. Ой, я же должен на транслите писать. Я саппорт.
Саппорт, который не за, за 50 минут ни одного варда не поставил. Саппорт. Идите помните, ребят. Так, ну что, есть у нас все дела? Можешь фармить вообще пофиг, по фану Ви играем. По фану фарми. Фарми, Морта. Фарми, о, Морта. Вот так напишем. Я просто засолю, парень говорит. Но это хорошо, что ребята у нас заряженные. Вот так сделаем сразу. Ребятки, не забывайте поддерживать гайды. Не забывайте смотреть другие видосы. Подписочка на канал. Лайк обязательно на вот этот гайдик. Я буду благодарен, рили, если вы это будете делать. Спасибо, ребят, всем, кто смотрит, кто поддерживает. Хорошо. Отлично. Каждый вечер, каждый вечер. 19 МСК. Плюс-минус. Let's go. Так, первое, что качать на руне. На руне крайне сложновато, если честно, делать выбор в пользу скиллов. Потому что если народу очень много и томбы вы можете поставить в недосягаемом месте, то тогда у вас может что-то получиться. Что-то может получиться. Образно сюда томбу поставил, но опять-таки в радиусе 600 единиц, да, зомбики там с огромным интервалом, ну максимум 2 зомбаря появится и все. Это печалька. Но не суть. Смотрите. Пока вард поставил, я вот сюда поставлю. Туда ткну. Туда ткну. Или пойдем вот сюда. Вот сюда лучше ткнем. Да, я что-то, если честно, заболтался. Гоу, пока мартретка пусть на экспе постоит. Так, ну, питлорд на лайне. Если вы уже выходите в лайнинг и готовы напрягать, конечно, берите дикей. Дикей берете. И поехало. Раскачка будет такая. 1-1. 3-1. Вот такая раскачка. Все, я захожу там, будем сейчас напрягать. Что мы должны делать на лайне? Конечно же, это вот так вот. Дикейте и напрягаете вот этого таракана вонючего. Хоть он и плотный. Хоть он и плотный, но... Я так чувствую, мартретка у нас фармить особо не будет. Ребята, это плохо. Мартретка сказала по фану. Будет играть. Это плохо. Очень сильно лайн запушила. Ну, с ласхитом... А, ну у нее в резбен, с ласхитом у нее будут проблемы, если честно. Не очень хочется у нее забирать фарм, потому что, ну... Сами понимаете, да? Если я уже написал, что я саппорт, то лучше играть в саппорте. Моя задача, конечно, это напрягать вот этого чела, чтобы он не подходил. Это само собой. Ну и мартретка тоже, смотрите, она не фармит. То есть такому керри потенциальному, да, я бы фарм не оставлял на лайне, будучи зная, что я могу и что может это мартретка. Потому что, ну, мартретка, я так смотрю, вообще не особо что-то хочет как-то фармировать. И вот так вот, в принципе, гоняете, да, вот питлорд. О, так он ошибается. Гоу. Гоу-гоу-гоу. Хорошо. Оп. Отлично. Что-то немножко питлорд как-то завтыкал, честно скажу. Все, ману пополняем. Крипчиков оставляем мартретки. Пусть парень фармит. И погнали. Смотрите, берем сапожек, берем телепорт на подсейв. В случае, если какая-то суета начинается, сейчас мы возьмем Soul Reap и хотя бы прилетим и немножко будем помогать. Немножко будем помогать. Очень много экспириенса сейчас апнет парнишка на... Не надо, дядя. Сейчас стик бы взять. Стик было бы офигенно взять. Стик просто прекрасно зайдет. Так, и солри поберем. Все. ХЗ. ХЗ, ты с бендом. С В-бендом, брат. Фармишь, как не знаю. Как тараканище. Сейчас немного маны наберем и будем назить. Хотя можно, в принципе, по чуть начинать. Хорошо, главное, стики пополняем. Вообще фарма ноль. Мартретка пишет, вообще фарма ноль. Бредовая игра. Так ты же сказал, ты по фану играешь. Давай, давай, дядя. Да ты фарми давай. Что ты бегаешь? Я его буду напрягать, ты фарми. Мартретка, на самом деле, активный персонаж, с которым можно будет делать вещи. Какие вещи? У нее есть возможность, она... Очень быстро может передвигаться по драке. То есть она может там раз, блинкануться туда-сюда. Кстати, я очень сильно забыл, очень вообще так забыл. Нужно контрить руны еще. Не забывайте, если вы стоите в топе, вам нужно контрить руну еще дополнительно. Дополнительно подконтривать руну. Вот сейчас вот 4-я минута, пойдем. Мартретки фарм оставляем. Ну как оставляем фарм? Вот как не посмотрю, она там где-то бродит. Ну не суть. Погнали. Берем руну. Питлорд жирненький. Берем руну и погнали. Усра там бегает даже напряжный. Ну, внизу веселый лайн.
Короче, работаем, пацаны, все нормально. Смотрите, вон мартретка решила подразмять немножко. Хорошо, монетка, то, что надо. Первое, что мы покупаем, это аркану. Жди, куда ты? Чувак. В томбу сразу ставите, там замедло пошло. Дикейчики, стол рипы. Оп, мартредочки, фражочек. А мне пару крипочков, пожалуйста. Оп, на аркану, как говорится, да? 100 аркана будет. Я хочу добить одного крипа. Чувак, дай один. Не, мне два нужно на самом деле. Оп, куда торопишься? Сейчас тышка, тышка будет бить. Аркану ждем, ребята, и нормально. Так, следующее, что мы качаем. Я конкретно, если видите вот такой вот пик, смотрите. Урса это что? Это ранний пик формы. Мартретка это тоже ранний пик формы. Вот тем более в таком лайне, который у меня сейчас. Что нужно вкачать? Внимание, останавливаем игру. Паузу ставите и пишите, что нужно вкачать. Конечно же, томбу. Почему? Потому что игра должна быть активная. А если игра активная, это, соответственно, томба. Сразу же томбу берете, качаете, размакшиваете и устраиваете совместные файты. Вон внизу там нужно помочь, походу, да? Сейчас помогу. Я помогу с чуваку. Вообще, пятый левел бы апнуть, чтобы с томбой прийти туда. И можно было бы... делать вещи. Еще раз питлорда бы убить. Еще раз питлорда бы убить. Но он не хочет. Не хочет умирать питлорд. Не хочет. Шестая минута, идем на руну. На руну идем. Пойдем, 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 пойдем. Экспу апаем. Хорошо. И выходим на руну, сейчас выйду. Реген. Пойдет, забираем реген, шестой левел апнем. Хорошо. Сейчас одного крипа здесь котл заберет. Чувак, у него маны много, да? Ну, я мог томбу, в принципе, восрать, но я ее на низ хочу оставить. Немножко поможем котлу. Постым, внизу пока спокойно. Пока спокойно внизу. Наша задача это, по сути, на зомбике, это вот примерно вот такая игра, как сейчас. То есть мы оставляем кора, да, который, в принципе, фармит. У него, в принципе, все есть, чтобы подфармливать. А вот этого здесь напрягаем. Давайте томбу поставим. Засолить, по идее, должен его. Без крипов офигенно, конечно, юзать кнопку. Вот это плохо. Жесть. Без скрипов юзать кнопку это плохо. Ну хреново, не засолил. Ну, депешит. Красава. Гениальный был Soul Rip. Лучший просто. Просто лучший Soul Rip, который можно было себе представить. Ой, жесть. Давайте подфармим. Подфармим. Что ты хочешь? Что он хочет? Такой жирный, такой наглый. Первое, что мы собираем, это, конечно же, глиммер на четвертой позиции. Глобалочка. У меня сила начинает падать. Давайте на базу сходим. Идеальный ганг на мид был, ребятки. Нет, мне надо не мид стоять, а помогать. Драки делать. Гоу, низ. Я не буду фармить стоять. Фармить стой, мид. Что по раскачкам? Ну, иллюминейт максит. Или топ пойти помочь. Просто сейчас можете ставить томбу и поехала. Томба и поехала. Вот так, вот так вот. Раз, все. Вот такой затарчик. На топе помогу. У него там хп уже нету. А тут даже помощь, по сути, не нужна. Мартретка сама его должна убивать. О, ТП юзает. Ну, 5-секундная, дядь. Ой, хорошо. Как я успел? Ур сливают там. Ну, мартретке поможем, захилим ее, вот так вот сделаем, все, уходим. Я сейчас внизу должен быть вообще. Внизу. Я решил на топ пойти зачем-то. Ребята там бегают. Нету у меня, нету. Очень много ребят внизу, вверху вернее, стою внизу. Не дохожу.
не хватает мозгов. Не хватает мозгов дойти до другого лайна. Надо вниз срочно идти. Я все собирался, да, на миду отвлекся, там отвлекся. Это все стечение обстоятельств. Но очень пассивная игра сейчас на зомби. Очень пассивная. Нужно немножко активнее. На мартретке я дал фарм, по сути. У нее фарм есть. У мартретки фарм есть. Мартретки фарм есть. Стилить не будем, мог стилить. Вниз. Урси маны дадим. Сало аватар делает. Мартретка уже соло убивает. Ну ладно, пойдет. Несмотря на то, что как бы все немножко плоховато, да, по геймплею. Актива особо нету, хотя там должен быть актив. Дикейм по чуть. Давай, вот так, поехала. Дядька. С руки меня убивает. Я стилить не буду. Стилить не буду у своего керри. Так будет правильнее. Если у вас керри хороший, в принципе, относительно неплохой, то я рекомендую оставлять, ребятки. Пусть сики, у сикера там 1-4, да? 0-4 у него было. Тракса, смотри, стоит. Ты чё, дядя? Зомбики, зомбики ставите. Зомбезия побежала. Замедло накидывает. Туши, туши. Да ладно, и выживет опять. Я того видел, да? Вот не везет, да? Ну, знаете, почему не пробило? Потому что... У Траксы очень много армора. Очень много. Ладно, там зомбики с этим дерутся. Окей, гоу варти, да? Второй раз. Кривая томба, и не получается ничего забрать. Второй раз, кривая томба. Ну, у меня нету, брат, кнопок. Сикер куда лезет? Очень глубоко лезет, дядь. Давайте вот так сделаем. Томба нужна, чтобы драться. Я без томба ни о чем. Так, в меня не надо змееныш это. Пойдем, поможем Нарошане. Ну, Нарошана на по-любому пойдут сейчас. Го туда. У Траксы много армора, поэтому я ее не пробил. Зомбиком. Что next там раскачивать будем? Я, скорее всего, буду раскачивать себе сол-рипы. Экспу немного стильнем у своего Урсы. Или не будем? Но Урса не хочет, чтобы у нее стилили. А так делаем. Хорошо. Но я умер, скорее всего. Вот так делаю. Но я дерусь. У меня варианта нету отходить. С зомбарями так нужно драться. Это томбу ломает. Томбу нужно сейвить, ребята. Хорошо. Томбики делают вещи. Даблкиллы! Почти на вставочку. Даешь на вставочку. Почему стилите? Первый фраг забрал. Почему стилите, говорит? Первый фраг, который я застилил. Это первый реально фраг, который я застилил. Что будем здесь собирать по... Ой-ой-ой, бро, камон. Ну, камон, бро. Камон. Огр молодец, хорошо. Делает. Так, куру реюзнули полностью. Пятером, го. Короче, что некстом собираем? Глиммер у нас имеется. Имеется. Следующее, что нужно собрать. Желательно, что я вижу в этом пике. Вообще тут аганим офигенно зайдет. Аганим максимально круто может зайти. Почему? Потому что аганим это в целом, смотрите, там персонажи какие. Тракса, силы немного. Гаргона тоже силы немного. У Огра много силы. Много силы у... Асгалора. Но можно этих персонажей вертеть как хочешь. Пайп тут в принципе не нужен, потому что там один Огр и Фаершторм, да, от Асгалора. И все, больше ничего нету.
Поэтому, я думаю, сейчас будем пытаться выходить в Аганим. Катка через Аганим в любом случае должна быть в гайде. Как ни крути. Можно сейчас по чуть подфармливать начинать, потому что стадия лайнинга закончилась. И если сейчас керри немножко будут теряться, то мы будем немного раскрывать свой потенциал в фарме. То есть я как игрок, который на этих играх стопроцентно садится и играет. Че, поможем ему там? У него ультимейт есть? У Урсы. Ты ульт. Можешь нажать? А, ты тычка выжил бы. Да, Урс, конечно. Урса, с нами. Ходи. Вот туда, вот так вот. Но попытался засейвить, я его потерял очень много времени, на самом деле. Ой, Котл, красава. Цумонит. Молодцом. Все, гоу. Можно, кстати, еще грифс сделать. Если я грифс сделаю, будет, конечно, круто. Глобалку с себя снимать и ставить кнопки все делать. Можно, в принципе, и грифс. Давайте попробуем сначала грифс, а потом все остальное. А потом все остальное. Сикера хильнем, а то он не может крипочков добивать, морстет все забирает. Так, ну наша задача это сейчас. Как должны играть вы с зомбиком, это вот-вот это. Чекайте. Вот толпой собираетесь и пошло. И пошло, то есть вместе. Мартретка вроде не дуралей у нас. Поставил крипочков, побил и кайфует. И кайфует, работаем. Добейте Т-шку. Туда, Т2, погнали. Баклер имеется у нас уже. Можно двигаться дальше. Двигаемся дальше. Потл молодец, саппортит. Урса опять там фигней занимается. Опять фигней занимается. Да. Ой, тащер, ящер на Урсе. Ну, в принципе, все понятно, да, с этим Урсой стало. Но ничего, ребят, ничего. Такие бывают игроки. Прикиньте, вы всю игру саппортите такому челу. И он вот так вот делает, да? Прикинь. Прикинь, да? Но мы сейчас в миду поставим томбу, если что, подеремся. По красоте сделаем. Урса, тащер, ящер, короче. Томба, поехала. Томба, поехала. Давай, давай, давай. Стонгейзы, да мне пофиг на стонгейзы, дядь. Если что, держим солрипы на подхил. Там бези. Хорошая драка, быстренько мы так их. Давай, давай. Я танкую, я танкую. Глобалочка, ну ничего страшного. А чем мартретка-то шла, могли забрать? Я куру слил. Да блин! Что за хрень? Хз, чё вы? Ходите? Ладно, я куру слил с телепортами. Я бы. Я бы. Надо уходить. Я в наглую такой захожу туда, думаю, ну сейчас мы там дадим, еще все есть, дикей, солрипы, но а драться некому уже. Мартретка на базу побежала. Мартретка, конечно, без тика с орбофеномом, это... Феноменально. Я слил, я купил, я слил. Чё поделать? Чё поделать? Берем дикей в разок, солрипы. Жесть, я левела апнул. Хорошо. Имеет ли смысл брать ультимейт на 11-м? Если честно, я вообще особо смысла не вижу. Потому что там разница небольшая. Реально, в единицу, в принципе, должно хватать, ребят. Лучше качните рип, да, дикей просто, рили. Вот у тебя примерно должна быть на 11 левеле отскачек такая. Два дикей, четверка солрипы. Солрипы смотрите сами, как качать. То есть иногда требуется раскачивать солрипы, иногда нет. Смотря что вам дают в драке делать, да. Солрип вообще очень такой дамагерный. Дамагерный спелл, можно так выразиться. И он может реально накалять. Так, хорошо, что я на базе артефакты выложил, да? Баклеры мой выложи, да. Кто-то взял. Мой баклер. Внизу суета, да, готовится? Что там? Питлорда Асгалоровича убиваете, да? Хорошо, я вовремя, в принципе, относительно. Относительно вовремя. Давайте куру еще одну возьмем. Или нет, уже взяли. Гоу. Я зайду в глимере.
поставлю томбу. Пусти, пусти, пусти. Ох, как хорошо-то, ё-мо. Да пофиг вообще. Томбу главное не слить и все. Томбу хил. Отлично, и зомбари работают. Зомбари работают. А мне Куру отдала. Куру отдала. Курьер мне отдал мне Куру тупо. И все, кайфы. Найс, спасибо, гениально. Кура мне нафиг не нужна. Дай мне Меку, пожалуйста. Первым слотом не переложил. Куру продали, пофиг. Пойдет, но Грифс почти есть. Берем Дикей. Отличная драка, в принципе, хорошо подрались. Но такой, динамики нету в катке? Динамики нету. Сейчас Кура моя рестница. Котл. Котл оф... Не Куру у меня. Вот так напишем. Хорошо. Кого-то там кикать собрались. Вот не люблю, да, вот гайды как писать. Сейчас все друг друга кикают. Ну, в любом случае, катки некорректные. Там 4 на 5, 4 на 4. Немножко не очень, выразимся так. Не очень. Давайте грифс доделаем уже. А мы, в принципе, нам мека не особо нужна. Тут бы что-то грозное, да, собирать. Нас не убивают. Не убивают вообще. Давно на зомбике, кстати, не играл. На топе он суета началась какая-то. Че, Кура пустая прилетела? Какой-то Огаракс прилетел. Ну, я грифс тут добью сейчас. Да-да, добил я грифс, проверяй. Чувак. Чувак, зачем это? Ну, давайте, окей. БМ нажал. А ты не разобьешь ту томбу. Ты ее полдня будешь бить? А потом мы тебя все равно побьем. Хорошо. Отлично. Ой-ой-ой, меня тут видно. Меня зачем так видно? О, этот Сенвиз на меня сейчас... Оп, я захилюсь. Но Мартретку потеряли. 6. Сыгадын, тыгадын. Пишет. Спасибо. ШБКБ, Тигр, Раза. Тир, Раза отменили мою. БКБ, кто БКБ? Мне вообще что-то непонятно, как это с Курой была. Кто-то там... Кто-то Куру мне вообще послал. Топор, вон топор лежит. В моей Куре был твой топор. Кура была в таверне. Давайте объясним ему. Вот так вот. Я новый купил уж. Ару. Ару. Так, у нас есть грифс. Сало в лотаре, сало в лотаре. Дядь идет, идет, он идет, он тебя хочет. Он тебя хочет. Он хочет от тебя детей. Дядя, дядя, подойди ко мне. Вот так вот делай. Ух ты. Грифсимся. Вот так ультуем. Кнопку не нажали. Но я буду драться как мужчина. С женщинами. Оп, вот все, начинается игра зомбика. Где вы просто бегаете как дуралей и убиваете всех. Какой арчит дядя? Ты издеваешься что ли? Но я тут умер, кстати. Или нет, еще живой. А где Сикер? Как он умер? Ладно, го на базу. Арчит на Гаргоне, конечно, гениально. Жесть. Ой-ой-ой. Можно сейчас сделать Ghost Scepter купить, да? В принципе, тоже будет неплохо. Жесть, там опять Silencer как-то выжил, да? Давайте вот так сделаем, да? Раз мы саппорт. Хочу Point Booster купить себе. Погоним выйти. Кнопки очень плохо жму, если честно. Когда вообще на когда никогда не смотрите, когда играете. Кнопки очень плохо жму. Это видно. Ну, честно, поржом бекатка. Мы в лейте можем просесть. Нам надо торопиться. Так, есть ульта в двойку. Можно было God Scepter взять, рили. Очень полезно было. Но сейчас посмотрим, как будет играться нам. God Scepter возьмем, может. Сикер пока кнопки накидает на себя. Уже в таверну отлетит. Странный сикер какой-то. Вот тут вард поставим. Опа. Не надо, дядя. Зачем стилямби? Стилеварня, брат. О, давай, давай, байчи на себя.
Хорошо. Вот так сделаю. Ух ты, меня тут видят. А мне ГГ. А мне ГГ. Что? Гем. Гем у Сала. Он только взял его, у него не было гема. Блин, ну это плохо. Вот сейчас гаста пригодилось бы. Пятером, гоу, МБ уже. Запарили. То БС куда-то идет, фидит. То с ча я пришел. Надо вместе собраться и пойти. Ну вот это вот не люблю. Но это паб, ребятки, паб. Если вы играете с более-менее адекватными игроками, вы уже, скорее всего, зашли бы на хайграунд. Играя с таким зомби, когда вот, ну, за всю движуху, да? У нас БС очень странный. Он лапы себе не кидает, прежде чем как залазить в драку, да? То есть, образно, в чем фишка? Лапы кинул, БМ нажал, побежал. Все. Меня сумон. Иго. Дасты возьмем против Сала. И надо желательно ГОСТ взять таки. ГОСТ взять. 6 секунд. Меня сумон. Все, есть. Это дропаем. Ладно, гоу. Го, чуваки. Снимем. Не успел. Да давай, ставь томбу. Хорошо. Так, сделаем. Сало в лотар зашел. Ну, и дали, даст ты далеко. Куда ты ее тпшишь? Даст ты очень далеко. Пойдем. Как можно убить Сала, да? Просто даст ты купить, да? Но ей некуда. Пойдем, спокойно, мне кажется. Драка немного кривая получилась тем, что я, блин, снял с себя Сала, но не успел поставить томбу. Сразу ушел в стангейзы. И печалька. Го базу. Го базу, роши можно. Нет, 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 не зайдем, не зайдем. Не зайдем мы, чувак. Кушать нечем. Забавный парень на мартретке, конечно. Ну надо тут, вот тут будет тяжеловато подраться. Почему? Потому что вот тут широкая местность. Широкая. Сикер кинет кнопку, можно. Сикер кинет кнопку. Так, похилим. Короче. Ну нет смысла. Надо двигаться. Меня, скорее всего, потеряли, да? Вот я, как обычно, такое, знаете. Ну, если мартретка заступится. Хорошо, я томбу поставил. Дядя, не надо, пожалуйста. Мартретка заступилась, но, опять-таки, лицо она потеряла. Это плохо. Ну, беда, потому что у нас позиционка страдает. Спасибо за подписку. Пассионка страдает. Очень сильно. Вместе нужно. Вот, типа, понимаете, в миду тяжело будет подраться. Мартретка начать не сможет. Сикер не хочет начинать. Вот тут он мог на Гаргону кинуть еще. Могли бы подраться. Немножко тяжеловато. Сейчас чуть подфармим. Я сам буду начинать уже. Только мне нужно будет тут даггер брать. И гост желательно. Сейчас в миду фарманем. Хорошо, томбу поставим в тупую. У них там очень много дэмэджа. Сейчас стоит только МКБ купить. Траксе той же. Мартретки у нас в игре не будет. Мартретки не будет. Пайп от кого? Огур просто мультикаст нажимает, да, один разочек, там 2х, 3х. И все.
Да, насчет вот этой дилеммы с пайпами, ребят, вот сейчас вот конкретно. Норд бьет своей это магии. Это чистый. Глейва это чистый урон. Парень не знает на мортретке даже. Такой банач. Нет, куда ты меня? Как обузить ману, ребят? Берете Арканус сначала, потом собираете и Грифс, если что, подобузить может. Этом нету никакой проблемы. Вот у меня вот тут КД. Надо варды. Золота на варды нету. Варды в курии, сейчас придет. Нам надо поймать их. Тупо. Вон типа вот это вот, да, Сайленсер там. Гаргона, Арчиды, БМы. Что там, она собирал парень по кайфу. Так, сделаю. Хорошо. Еще дикей будет. Хорош. Отыграно. Я бы. Вот так вот. Так, гост надо взять, ребят. Гост возьмем. Ну, сейчас пойдем подвардимся и госту возьмем. Гост возьму, будем в такой ситуации жить. Нам нужно жить, там очень много дэмэджа. Можно БМ сделать, типа. Тогда они меня бить также не будут. В принципе. В принципе, также бить не будут. Так что смотрите сами, выбирайте сами как. Давайте Рошу МБ. Рошу, го. Сентри на миду дропнем. Наль на базу. Хорошо. Хорошая драка, камбэкнули гем. Котл меня присумонит сейчас. Котл присумонит. Если что. Сикер погиблый там. От Гаргоны. Ой-ой-ой, бро, камон. Релокейт, бро, нажми. Айс, додумался. Додумался, бро. Опять там мартретку наказали. Хорошо. Давай магию кастуй, брат. Вот это грязь, конечно, зомбезия. Так, гасту. Хорошо. Вот это грязь, да? Вот это грязь, зомбезия. Опа, маны нету там. Оттолкнул его. Сало есть тут? А если найдем? Ой-ой-ой, бро, камон. Хорош. Пойдем, Рошу. Ребята. Блин, что за игра кринжовая, да? Кринжовый поросенок. Рошу, го. Маны нет, ничего нет. Котла не отдать так. Кринжовый поросенок. Так, гаста. И мангусик возьмем. На всякий случай ману поднять. Морта бей. С гастой сейчас будет повеселее. Ребят, забузим сейчас ману. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот в таких шесть кнопок. Вот тут вот так сделаем. Хорошо. Отлично. Гем у кого там опять? Ага, Гаргона. Бери, он секиру зря, мне кажется. Б. Деф и гоу. Вместе сейчас соберемся, мне кажется, вообще на изи будет. Он секира тпшит. Да чё они сдаются, я не понимаю. Вообще, что ли, извращенцы? Стики в помойку, варды берем, ребятки.
Хорошо. Всех решил меня котл. Всех решил сюда котл постягивать. Так, ну сайленсер там убивается. Стики в помойку. Берем вардецки. Я не могу через эту хрень пройти. Оп, захилил, но не успел. Захилил, но не успел. Хорошо. Этот меня колотит. Я фуловый, мне все равно. Портретка работает. Давай, давай, давай. Дыши его. Туда его. Туда его. Ну замедли. Забрали бы. Хорошо. Так, вардики имеются. Саппорт. 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 Так, ну топ сломали. Хорошо. Вардики пока не скидываем. Забудем маны немного. Хорошо. Отлично. Можно центр поколотить. В принципе, ГГ, 35 минут. Непонятно какого саппортинга, да? Но в целом драки наши все были успешны. Один раз только сфидели. Но очень-очень много недоконтроля в этой игре получается. Реально очень много недоконтроля. Но опять-таки, дело случая. Дело случая. Не, ну чувак. Чувак. Не, мы сейчас тут, кажись, отъедем. Давайте отойдем. Рокса вообще там один хп осталось. И вот она, мартретка, врывается, когда мы решили отойти. Чувак. Это как минимум странно выглядит. Как минимум странно выглядит. Что с этой мартреткой не так? А, ну я туда же. Я туда же. Да, вот этого не доживу, да, походу? Хорошо. Ну, еще живу. Можно было ТП попробовать сделать, но не суть. Есть. Такая мартретка, да? Вот здесь поставил, да? Все, деремся. Мартретка убежала куда-то. В итоге я начинаю уходить, она приходит. Так не играют. Жесть. Почему ты сразу не начал драться? Пока я стоял у Томбы. Как только я ушел, ты начинаешь. Вот именно поэтому, ребята, просто, если видеть такую фигню, вот да, не начали драку своевременно, корт вы АФКшит, да, где-то, бросайте и уходите. Я вернулся, сдох, пожалуйста. Пожалуйста, вот и смысл. Вот и весь смысл. И молчит ему все равно, то есть он такой, псикс 1-1-1-7, вот что с ним. А, да, ну если честно, такая забавная катка, рили. Но таким ребятам лучше не саппортить. Бери самому, да, сам бери, да и играй. Реально, потому что это ужастик. Мартретка очень страшная. Очень страшная. У нее все было 100%, чтобы подраться, не захотел он. Так, 2500. Что некстом собираем? Очень хочется сделать что-то типа Октарина. Что-то типа Октарина. Давайте вардики возьмем. Вардики возьмем. На миду огра убивает она. Или огры ее убивает. Пока непонятно. Моя мартретка это... Моя мартретка, которая непонятно, что она там... О, гем заберу, да. Просто расстреляли. Просто расстреляли. Гоу. Вот этот чувак тут один. Хорошо. Кура, 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 можно подрезать. По две тычки. Ой, хорош. Гол ХГ. Пока огра нету и питлорда. Питлорд ульт не качал. Долго кдшится. Ой, кдшится. ТПшится очень долго. Ставим томбу где-то примерно сюда. Далеко сильно ее не ставим. Ну вот, даже все равно, даже такая томба слишком... Ребят, ну томбу я не могу захилить. О, ну томбу отдали, ГГ. Не могу задиспелиться. Не могу задиспелить. Вот сюда вард пнем. Хорошо. Гем забрали, ребята. Отлично. Хорошо. Пойдет.
Есть другой вариант. Можно поставить вард сюда. То есть, допустим, если у вас есть проблемы с заходом, ну, по-моему, выше ставится. Найс, вард. Такой вард не ставьте, пожалуйста. Такой вард, пожалуйста, не ставьте. Надо выше ставить. Да я гем возьму. Да ты посмотри. Как наяривает-то, ё-моё. Отстаньте от меня, да. Ну, окей, байчу. Байчу. У меня много армора, я, в принципе, могу побайтить. Побайтить. Найс, я еще живой. Хорошо. Мартретке помочь? У нее вообще там ничего нету, мартретки уже. Томбу ткну. Куда ты ее отталкиваешь, дядя? От извращенца. Взял, оттолкнул еще дальше. Я за ней туда не пойду уже. Туда не пойду. Пойдем. Кринжовые драки, кринжовый вард. Вот сюда выше, по-моему, ставится. Я, если честно, точно не помню. Так, спонтанно пошел поставить. Вот сюда, да, по-моему? Да, в верхнюю кнопочку ставится. Хорошо. Успеваю, никто не собьет. Найс. Вот сюда, верхняя точка. Не нижняя, а верхняя, ребят. Это, если что, так, к слову. Куда ты меня опять тпчешь, дядь? Ой, бро. Этот котл, если честно, ну, молодец. Таких котлов, ну, в пабе редко встретишь. А чё, Октарин? Скажи спасибо зомби. Да зомби ни хрена не делает в этой игре. Вообще, я так отвратительно играю эту игру, что вообще жесть. Так, ну, Октарин, 1000. Реально, очень отвратительно играю на зомби. Ту катку прям. Оп, силу сос. Силу сос. Да ты шо, чувачело. Оп, смотри, сколько там уже хпшек у ребят. Оп. Оп. Сало даешь. Оп. О, вот это я там на этом, на... Надушил пацанов. Эх, не успел силу соснуть. И стикер прибежал, 522 просто. Найс. Блин, ну забавно, забавно. Силы очень много высосало сейчас за эту драку. Ну, это ГГ, кажись. Чувак! На мартретке, на траксешке. ГГ. Ух, ребята, ребята. Ну, в принципе, вот такая вот у нас получается каточка. Не добили мы Октарин, конечно же, но, тем не менее, катка в саппорте получилась у нас, в принципе, ну, по рофлу. Почему нет? Реально молодец Котл, очень порадовал тем, что... Ну, я не дурак, у него ник, в принципе, все понятно. На мартретке немножко парень чуть-чуть где-то, да, повеселее плеял. Но не суть. Вот такая катка в саппорте, в принципе, я думаю, тут все понятно. Если бы чуть-чуть слаженно мы вначале играли, мы бы закончили намного раньше каточку. Самое главное, это моросить в драке. Это Дикей, Сол Рипы, Томба стоит, значит, все стоит, значит, дети будут. Погнали некстово, ребятки. Сейчас поиграем немного на другой роли. На какой? Сейчас увидите. Так, ну что, ребята, некстовая игра у нас загрузилась, и сейчас в этой катке конкретно что я хочу сделать. Если в прошлой катке мы играли на 7.4, да, в принципе, четверочка у нас была, то в этой катке тоже так же хочется на четверке качественно более сыграть, да, то есть, чтобы что-то интересное было, да, правильно, по игре, чтобы было интересно, чтобы двигались нормально. Но и посмотрим, как будет это у нас тут все происходить. В целом, в прошлой игре мы стояли в хардлайне и помогали своему керри, да? В этой катке я, наверное, буду стоять в изилайне, вот образно, вот здесь вот где-то, да? Подстакивать в это время, подфармливать и плюс помогать своему керри. Ну, то есть, немножко по-другому будет. Если тут мы просто стояли, да, там гоняли, зонили, то есть, первая игра это зонинг был, а вторая игра у нас будет, получается, такая, что мы будем помогать своему все-таки керри, да, и как-то еще с вами подфармливать. Тем самым отдавать еще экспу своему керри и будем двигаться по игре немножко повеселее. Ну, смотрите, там грязь какую-то берут, бары, тини, еще сейчас что-нибудь инвокера возьмите, там что-нибудь повеселее, чтобы было повеселее в катке. Будет жестко в этой игре, наверное. И очень хотел, конечно, сыграть через некрономиконов, но некрочи это дело случая. Вдруг там какой-то инвизер есть, может там леорик есть. На ранней стадии очень сильно будете контролить, если у вас будет какой-то вот, да, некрономикон и будет какой-то моноберн, да, вы сможете спокойненько все это перебивать.
Ну, посмотрим, посмотрим. В принципе, стандартный билд — это вот первая игра, какая была через грифсы. Самая стандартная игра. Максимально стандартно, простенько и весело. Ну, как весело? Не то чтобы весело, но весело, ладно. Ребята, не забывайте поддерживать лайком гайды, другие видосы. Не скупитесь реально, от этого, конечно же, зависит продолжение всех видосов, зависит, ну, их судьба, они просто падают потом куда-то вниз туда, если вы их не лайкаете, ничего не делаете, то и все. И видосов никаких нету. Так, обязательно топорик берем, в прошлой катке мы не брали топорик для того, чтобы вот здесь вот можно было разминать. Можно было разминать. Хорошо, Слардар у нас на топ, и Спектра на топ, и я на топ пойду. Все пойдут на топ. Давайте Куру возьмем, чтобы не ныли тиммейты. Две ветки. Одну. А, одна тогда легла. Окей. Вот так. Есть. Слардар тоже топ идет. Низ Вивер. Слардар и Вивер. Стойте. А мы со Спектровой постоим. Вот так сделаем. Спектра у нас решила тупо уплотниться. 12 тангусов. 12! 12 танга! 12, понимаете? Так, на руне драку будем брать. Дикей. 12 танга. Он взял 12 танга, понимаете? Не то, чтобы взять 8, да, и 1. Он взял 12 танга. Реально. Куда это столько? Зачем? 12. Все, окей, погнали. Вот здесь вот сначала изначально будем что делать? Тут срубим, подстакаем и потом будем отводить. О, они таки решили там подраться. Да, я уже ушел. Ну, найс, Зевсу. Помойку. Не удивлен буду, если он сейчас ливнет просто. Пунь, и все. Пунь. Пойдет. Ну, Спектра пассивный керри. Пассивный на лайнинге. Пассивный на лайнинге. Так, деда вперед. Один тангус дает, да? Позвонить мне их не получится, этих типов. Позвонить так-то тяжеловато будет. Не бьет зомби, не знаю почему, просто не захотел. Ну, в принципе, подзонил немножко. Только я не могу отводить. Тут надо в лайне просто стоять и зонить, и все. Просто в лайне стоять и зонить. Ну, в спектре фарм даем. Зоним просто. Next Soul Rip возьмем. Без томбы. Попробуем дикейть, Soul Rip'ать. Че там фармишь, стоишь? Эх, ну такое. Ну догнать, не знаю, Спектра догонит, нет. Это печально. 12 танга. Себя поверили. Понятное дело. Просто фармить надо пока. Ну, стою на подсейве. Не знаю. Сомнительная игра будет, походу. 8 танга. Рокса, блин, это крип, которого убивать тут в таком лайне по КД. Но у меня проблема есть небольшая. Это то, что Спектра сейчас умерла от своих действий. Сейчас возьму томбу. Соло заберу его на Троксе. Но у него сапог, опять-таки, это плохо. Го пробовать.
стой фармей, короче. Плохо вот так. Хорошо. Все, вот теперь хорошо. Хоть так. Сапожочек имеем. Наконец-то. Пойду отведу. Крипев. Там Тини еще сейчас по-любому фастовый даггер возьмет и будет жесткая тема. Жесткая, по идее. Отводим, ребят. Крипов очень много. Здесь отведем. Отведем здесь на экспу. Именно на экспу. Почему на экспу? Вот здесь вот так делаем сразу. На экспу. Ну, рановато, по-моему. Да, рановато. Хотя одного крипа, это хорошо. И стоямба. Можно еще. Нет, нельзя. Ну, пойдет хотя бы так. И то хорошо. Хотя бы так, одного крипа суицид. Одного крипа. Одного крипа суицид. А вот этих можно... Вот так вот сделаем. Все, она из этих я забираю. Под табор сейчас крипы уйдут. Стой. Стой, лайн. Сейчас уйдут. Довер. Крипы. Я просто тут суицидю вот этих и все. А вот Вилкина можно будет, оп, вот так вот подработать. Хорошо. Попробуем. Чувак, гоу. Найс. Вот так-то лучше. Вот так-то лучше. О, ребята, там даблкиллы делают. Ну, умнички прям. Вот тут сейчас крипы зафармливают. Я их забираю на подстак вот сюда. Отлично. Так, чуваки, let's go. Дырку еще прорублю тут. Погнали. Хорошо. Это мой фарм дополнительный. Если в прошлой катке мы такого не делали, да? Ну, как не делали? Частично, да? В этой катке вот так вот получается. Вот, мо пришло. Хорошо. Топорик нам помогает и рубить деревья, и в то же время подфармливать такую всю шелупонь. Это очень хорошо. Все, найс. Сейчас вы там натыкиваете его. Я вам сейчас натыкаю. Next пачку забираю. Чё проснулись? Из-за этих. Из-за скелетиков проснулись. Тавр, уводим крипов. Хорошо. Ну, спектре некомфортно, конечно, так стоять, я ее понимаю. Но это... Наоборот, нам лучше так будет. В экспу давим просто и все. Я, например, аркану уже выколотил таким образом. Опасно, конечно, сейчас сюда идти, но попробуем. Го, аркану. Ух, ты чё? Ты чё, дядь? Нападение будет? Я тут ультану, если что. А чё за ульт? Зачем? Чё за ульта была? О, ну я умер. Дерись. Дерись, сейчас томбу поставлю. Так, 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 дядь. Хорош. Отлично. Ну, пойдет. Размен керри на фражочке. И он что-то подфармил. Я сейчас слоты куплю. Берем вот такую вещь, и клаку желательно надо взять, ребят. Стиков очень жесть как тут не хватает. Бару вообще не видел ни разу. Там еще бара есть, прикиньте. Я вообще в шоке. Зевс 5 левел, Тини 8 с дайгером. Руну ни одну я не подконтрил, но я стараюсь со спектрой работать в лайне. И все, не более.
Не более. Аккуратно, Вивер. Я клаку взял, мне не страшно, по идее, будет. Но топ мы выиграли. Мы выиграли топ. Топ мы выиграли. Топ мы выиграли. Че, пойдем суету наводить? Погнали. Сейчас вот тут стакнем. Как раз крипчики. По таймингу. Оп. Деремся. Я дерусь, я буду драться. Мне все равно. Спектра. Вот так пойдет. Хорош, зомбаки работают. Вижен, даешь. Эй, дай, да. Просто бара пришел. Не хватило. Здесь Зевс, да, ульта не давал. Жалко. Ну, почти, почти. Тут почти я забрал. Но тини, есть тини. Трипл килл. Блин, здесь крипы сейчас заберутся. Вот эти крипы. Слардар нужен. Слардар будет еще в каточку включаться, и мы задушим. Не говоря уже о Вивере. Вивер, если бы ТП дал, вообще изи катка была бы. Вивер, ТП, носи. Пожалуйста. Такие драки ты нужен. Реально, в такие драки он бы сейчас заруинил там всех бы нафиг. Вот другой вопрос. Стоит ли мне тут просто фармить или играть активно? Потому что у нас есть одна проблема. Если мой керри слабый и очень пассивный, то эту игру мы проигрываем. А если керри хороший, активный, то эту игру мы выиграем в любом случае. Спектра вроде, да. Фарм давали. Но немножко парень теряется. Че next там? Рип, конечно, качнем сейчас. В драке подхиливать. Атаковать. Базилку сделать, может? Базилок нету. Гиант. Постой. Фига себе. Слардар. О, Слардар в стане стоит, я думаю. Где Слардар, да? Где Слардар? А он в стане стоит. Ну, хильну. Слардар, гоу, Слардар, брат, прыгай, плиз. Хорошо. Но нету Soul Reap'а. Не башь меня так. Хорош, стрик заберу я. Глиммер для команды. Пойдет. Подработали. Подработали, ребят. Давайте чуть будем подфармливать. Но если у вас керри хороший, не рекомендую подфармливать. Подфармили, подрались, подфармили, подрались. Тяните свою команду, пытайтесь на зомби. На зомби не стесняйтесь писать. Ребята, гоу. Туда, пойдем там подеремся, и все. Если команда это игнорирует, тогда и вы игнорируете команду. Тогда подфармливаете. Вы фармливаете какие-нибудь там аганимы, другие какие-то кнопочки полезные. И тащите, реально, пытайтесь. Вот я смотрю, да, лайн пустой сейчас, да, никто не фармит. Ну, я выйду пофармлю. Но не игнорируйте драки. Зомби это всегда начальные файты, причем агрессивные. Блин, этот таракан подбешивает меня. Без стиков. Со стиками уже. Тини потерялся. Чувак. Ты чё? Чувак потерялся. Давайте ломаем, парни. Бей. Я потанчу. На базу пойду.
Все, найс. Опа. Как вовремя, да? Пойдем завардим, у нас саппорта нету, ребят. Два дефолта поставим. Хотя бы. Если у вас вот такая катка, да? Никто не саппортит. Два дефолта ставьте. Два дефолта вполне достаточно для того, чтобы играть удобно было. Чтобы и бару было видно, да, передвижение. Что, куда он бежит? Чувак, давай мы тебя убьем здесь на руне. Хорош. Взял ДД, проверяй. Идем здесь где-нибудь вард поставим. Ставим дефолты. Блин, там ребята дерутся, я иду вардить. Сларда разобрали, эх. Но спектра сможет. Урну, кстати, иногда можно делать. Урну. Берись, дядь. МП-шек нету, да? Ультанет, если у него в рейзе КД, да? Ладно, пойдем на базу. А, можно сюда ТП дать. Что next там будем собирать? Ах, вот тут вопрос, конечно. Конечно, вопрос. Что тут лучше собирать? Так, я беру дикей сейчас, рип я не буду качать. Тут, в принципе, есть возможность нагнетать в драке. Но давайте попробуем, если что. Типа, у нас вообще третья катка, это будет фановая игра. Ну, как фановая. Именно тащить будет это, через центр будет. Зомби через центр будет у нас. Некстовая катка. В этой катке собраться надо так, как нужно нам играть. То есть, собираемся тут так, как нужно. Это теоретически такое название игровое, да? Собираться так, как нужно. Что ты тут делаешь? ОМХ. Дагер, Лотар. Ну, начинается. Дагер, Лотар. Ладно. Фармить не будем, го пытаться активничать. Гем возьмем сразу. По поводу третьей игры я не буду спойлерить. В принципе, вы и так все видели на картинке превью, но не суть. Вторая игра у нас играется то, как надо, тоже то, как надо. Тини, тини, Лотар. Лотар, тини. То, как надо. И все, в принципе. То есть тут надо собирать то, что нужно нам. Давайте соберем пайп какой-то, я не знаю, туда. Глиммер у нас есть, глиммер на команду, на меня. И какой-нибудь пайп, наверное, я думаю. Пайп, наверное, какой-то. Какой-нибудь пайп бы. Кто бы помог? Зевс, ну кнопку, брат, надо нажать. Молодец. Хорошо, жалко. Ни Вивер, ни Слардар. Два самых активных героя в этой игре. Они вообще спят просто. Никогда так не играйте. Сразу ТПшечку, трубочку вставили, подсосали. Все хорошо. Все хорошо. Так, дикий. Атос, да? Круто было бы. Тиника замедлять так. Хотя бы, блин... Зевс кнопку нажал, это рады, да, ребят? Молодечек. Умничка. Умничка. Ой, хорош, киллинг спри взяли. Молодцы. Но пока все идет ровно, парни. Пока ровно. Оппонентов убиваем. Керри у нас, жалко, не фармит, не успевает. На спектре, парнишка. Пайб. Где пайб? Будет пайб? Я сделаю. Пайб. Томба есть, погнали. Ух ты. Криса Абиа. Вот этого. Вот браконьера можем убить, чуваки, не видите? Не хотят. Но нету, бро. Ой-ой-ой. Я тоже в сайленсе. Слардар, бро... Камон.
Не, хорош. О, пара забайчен. Только я медленный же есть. У Слардара маны нету. Это не обузит, когда кнопки жмет. Гоу на низ. Фарма же есть. Сейчас, если золотишко так попрет. То мы знаете, что сделаем? Что-то типа линки, я думаю. Пайп. Стоит делать или нет, не знаю. Не хватает мобильности, да? Чувствуете, да? Мобильности не хватает. Вот просто что-нибудь, да, полететь там куда-нибудь, задушить. Да герочек такой, знаете, на тиника там. Сию, например, собрать. У нас ребята дерутся, но меня нету в драке. Меня нету, ребят. Кдшечка. Кдшка. О, вивер полетел. Летающий вивер. О, таракашки зацепились, это ГГ. Сразу баратрума. Сразу ГГ. Фармьюем. Ребята дерутся, я пофармлю. Почему, спросите? Потому что я так хочу. Я так хочу. Я так хочу. Пайп гост. Гем не рановато. Два раза он уже сдох из-за гема. Круто было бы в аганим выйти, да? Дэм, давайте попробуем, ребят. Давайте попробуем все-таки через аганим. Киллинг спри. Тушит, тушит он. На тинике. Тушит тиник. Так, сделаем. ТПшка. О, здорово. Возьми, плиз. Жалко. Да, скорее всего, лузаем тут, ребят. Если так будет идти. Гем забрал тини. ТП не дает спека. Ладно, там хотя бы забрали кого-то. Сейчас и будет. Пойдем завардимся. Два дефолта опять надо поставить. Вивер в хекс выходит, непонятно во что. Не можем как-то с командой, не можем, да, какой-то вот поймать тайминг, что ли, да, игровой. Чтобы двигаться, да, как-то вот где-то суету наводить, как-то не получается. Или я что-то не то делаю, или в команде какой-то разлад. Я не понимаю просто. Я в огонь буду выходить. Пофиг вообще. Ждем, пока фантом диффуза сделает, да игру закончит. Наверное, да. Он спектру лопает просто. Лопает. Я стилю, потому что
Так надо. Ребята, сорян. Тишина, лезь вот сюда, вар, пнем. С гемом, парень. Если гем выбьем. Вивер, скорее всего, сдохнет сейчас с прокаста. Гем выбьем, будет очень хорошо. Я бы такой низ бы пошел. Вард увидел, он скорее всего прыгнет сейчас, варды вардить. Прыжок. Ой, забашился как, прикинь. Ну найс, пошло. Тушим. Хорошо. Гем обратно. Я похилю, если что, его. Найс. Бара. Как ты меня видишь? У вас нет вардов. Нету, брат. Сори. Я захилю его. Давай, помогай. Ты чё? Я ж тебе все отдал. Чувак. Ослардари. Прыжок в троих. Похилю. Хиляю. У тебя фулл хп, дядь, уже. Вот так вот. У нас нет вардов. У нас вард нет. Но есть мехи. Хорош, забрали, камон. Айс. Как я его, да? У нас нет вард, но есть мехи. Красави. Все. Я база. Иго те 2. О, как у нас катка, да, обстоит? Как у нас получается, ребят? Спектра, молодец, много нафармила. Вот как я саппорчу, посмотрите. Просто наглядный пример, как я саппорчу, ребятам. Гениально. Гениально саппорчу. Так, я бы такой бы еще пару вардов взять, но это надо в куру дропать. ТПшка, и в куру. Чувак в линку там ультует. На тине ультанул в линку. Тине пол хп просто потерял от тараканов. А дальше, раньше дай данный Зевс. Зевс нажал бы раньше. Давай. Ну, прилети. Я там дикеем не попал. Вот в этом еще проблема. Раньше Зевс нажал бы. Я попал бы дикеем. Как там, не знаю, он отмансил. Ну, я прям на вот на кусочек рассчитывал. На кусочек, потому что там чем раньше, тем лучше. Прям кусочек. Next я дагер куплю. Опять спектру гоняют. Да блин, соберитесь вы. Стоп фарм. Вовремя подошел. Да герочек сделал next. Го в пятером по сторонам ползе. Че ходим, я не понимаю. Что-то ждем, что-то ходим. Этот фармить ушел. Го Рошана в конце концов. Да. Сейчас мы если пойдем. Рошаны туда-сюда. Да мы выиграем. Просто не знаю. Че стоим на месте? Ну куда ты? Куда? Ну куда? Иди сюда.
Рошана, пожалуйста, мы же можем. Пойдем. О, в темпе. И спектра. Вот как они кнопки, да, жмут вообще? Ну, не понимаю. Спринт жмет, чтобы Рошана убивать. Дядь, там же амплификация. Этот подойдет, чтоб клэпнул. Окей. Жесть. Вот это дотка. Вот это дотка, ребята. Все, заходите, чтоб всех клэпнуло. Блин. Кринжовые поросятки. Гоу туда. Кринжовые поросятки. Она Еги спектра забрала, с Лордар обидився. Сразу же. Стики продаем, берем дагер, ребят. Буду забирать, буду прыгать, убивать. Хорошо, вот так вот. Кто опять ТП дал? Вот неугомонные. Соберитесь, да. Ну, Слардар должен тут помочь забрать. Прыжочек, клэпчик, да, там. Амплификация. И поехала. И не вообще крип, на самом деле. Ну, они все на топе опять. Я не пойду туда, просто Т2 идем. Просто Т2, все, пофиг, пусть они там фидят. Вообще жесть, не могу их собрать. Пишу в чате, вот всю игру, ребят, реально, всю игру в чате пишу. Ребята, гоу, 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 все, гоу. Идут опять там что-то занимать своими делами. Это жестко. И это неправильно. Собирайтесь просто, когда у вас есть в команде зомби, просто все вместе собирайтесь и душите. Ой, спектра туда же решил. Все, и сфидит сейчас. Красава. И это моя команда. Это моя команда. Фантомчик и диффуз уже. Пожалуйста. Жесть, у меня начинает подгорать с них. Прям очень хочется на них матом орать. Потому что когда на людей матом орешь, они хотя бы что-то начинают понимать. Но он идет, просто лес фармит. Жесть, челы, ну пожалуйста. Дальше, дальше, дальше. Мы можем, можем, можем. Дальше, дальше. Не парьтесь. Вообще изи фраги. Хоть того, хоть этого вообще. С руки, с ноги его там. Все. Вот. Молодцы. Есть, к сожалению, такое понятие, да, как вот... людям иногда вот, когда по-человечески объясняешь, они немножко не понимают. А вот когда ты берешь и так вот, да, агрессируешь, типа, они тогда начинают что-то понимать. К сожалению, это правда. Но вот сейчас наконец-то собрали. Вот смотрите, какой результат. Мы убиваем и идем хайграунд. Далее. Видите, ребят? Вот так вот. Что некстом собираем? Некстом постараемся собрать что-то полезное. Конкретно что-то типа Октарина. Потому что как в первой катке мы играли, да, то же самое можно собрать. В принципе. Вот. Видите? Как получается. Хорош, минус 10 силы сразу почувствовал. Отлично. Ну вот и все.
Вместе собрались, и катка наша. Это лишнее дело, мне кажется. Не помогу. Допушиваем, уходим. Бросаем просто здесь своих керри. Сами пошли. Там просто нету ресурса уже, чтобы это сливать. Мне надо быстрее Т2 внизу дефить. ББ. ББ. Дай, пожалуйста. Хорошо, пойдет. С горем пополам. Дефнули, да, ребят? С горем пополам дефнули. Можно сделать сейчас грифс. Можно сделать просто вакторин выход, да, какой-то. Я думаю, это будет, наверное, поинтереснее. Вакторин пытаться выйти. Там вон они собирают, там гасты какие-то, да, что-то такое какое-то. Импровизация. Можно вакторин попытаться выйти. У спектры вообще очень мало. Тини Аганим купил с этих фидов. Побежали. Сейчас будет тяжело опять собрать мою команду в пятером. Очень тяжело опять будет это сделать. Очень тяжело. Бара бежит. Бара бежит там уже. Я попробую тебе помочь, дядь. Это плохо. Но потом бы нормален. Развалим. Зевс ультанул, красава. Помог чуть-чуть. Потма уходит. Ну, потму догоним, я думаю. Куда-то в кустике. Прыгнет. Ага. Оп, смотри, как могу. Да герочек. Да герочек, бро. Плюс. 2 на 5 игра. Два слабых керри. Бро, ты на тине играешь. Блин. На тине играешь. Но фантом, да, слабоват, откровенно. Парнишка. Слабоват, откровенно. Акториниус даешь. Хорошо, акторин есть. Пусер. Команда Пусер. Ой, бро, камон, так писать нехорошо. Пусер. Команда. Рак. Как на зомби это тащим, да, ребят? Команда Рак. Пусер. 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 А я саппорт. Команда Пусер, а я саппорт. Так, акторин есть. Ребята решили пойти еще пофидить. Мало, 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 мало половин. Ой. Сори. Не мало половина, мало Пусер. Вот это бери, Ош. Кираса, Слардар, умница. Ребятки, не забывайте поддержать лайком. Зарубу вот такую на гайде. Прям мощно, опасно. Почему нет? Пусер. Пусер, рак. Заруба в гайде лютая. Почему нет? Так, пусер 1, пусер 2. Вот это сюда, пусер 3. Вот это вот так. Говардить. Пусер. Тиника лопнули там. Рывала бы собрать еще, да? Пусер. Пойдем вот здесь завардимся. Пусер. Пусер это как пузырь, что ли, или что? Пусер. Блин, найс вардим. Я, короче, случайно нажал пятерку. Пятерку, вот, короче, вот в этот момент, в момент свапа нажал, короче. Найс вардим. Ничего страшного, пацаны, пусыр. Рак, дай сентряк пнем. Вот сюда где-нибудь. Хорошо. Тревела некстом.
Так, ну не сломаем. Жесть, это куда годится такой варнинг? Вот кто-то, если комментарий напишет по поводу этого варнинга. Ой, забаню! Пусыр. Чпах. Пусыр. Ой, пусыр. Сейчас с дикеем как насосу. Ой, как насосу. Ой, как насосу. Ой-ой-ой, ну что это? Бара, пусырь. Ну что это за баратрум, а? Ну вот куда он лезет? Так, ребят, ну, ой, еще и лаги до кучи. Короче, вторая катка у нас получилась успешно, несмотря на то, что, как обычно, лагает. Несмотря на то, что Бара пусыр, команда пусыр. И я саппорт, между прочим. О, you won 253 points. Это значит, катка быстренько закончится. Все, закончилось. Ребят, вот такая катка у нас получилась на зомби номер 2. Мне кажется, тут прям вот очень хорошо видно, как вот ребята, да, ребят вместе собирать и вместе двигаться. Если вы играете часто на зомби, пишите, ребята, гоу, пожалуйста, не игнорьте. Вместе собираетесь, идете, и вы вот как змея вонючая ползете и разбиваете оппонентов в пух и прах. Как это и должно быть. Ну что ж, остается у нас крайняя катка на этом гайде. Это гайдовая катка через мид зомби. Дикей, Soul Rip и на уничтожение мидера, на нереальное уничтожение. Ну, будем стараться, как говорится. И с выходом на радиенсы всякие и прочую всякую тему. Поехали, next. Так, ну что, ребята, загрузилась у нас третья игра. И в этой игре я хочу сделать то, что я вам не рекомендую делать. А именно идти зомбиком на центральный коридор. Да, именно, это фановая игра, и на центр я никому не рекомендую идти. Если вы, конечно же, не профессионал овер, конечно, овер профессионал. Если у вас есть в команде какой-то персонаж, который может мид отстоять намного лучше, конечно, я вам его рекомендую отправлять на мид. А сами, конечно же, оставляйте. Центр для другого игрока. Блин, меня чел вот этот в чате сбил. Ненавижу, когда заходят подписчики в игры, потому что они начинают творить дикую дичь. Они начинают специально лезть в кадр, да, как это выразится. Стараются либо солить, да, типа пытаться мешать, либо еще что-то. Поэтому я стараюсь сразу кикать всех, банить, когда пишу гайды. Потому что нужно, во-первых, набирать новую аудиторию. Во-вторых, они будут вот это вот. А что ты мне не отвечаешь? А я тебе пишу. А ты вот такой плохой, оказывается. И вот это все начинается. Все вот это детское вот это мышление начинается. Так, не суть. Короче, все. Что мы сейчас в этой игре будем делать? Главное, это центральный коридор. Почему и как и что мы будем делать? Здесь будет у нас гибридная раскачка, а именно 3-3-3-3-1, 3-3-1-1-1-3-3. Вот такая примерно. И будет нормально. Будет все четенько. Следующий момент. Как я уже говорил ранее, если есть какой-нибудь персонаж получше... Получше, нежели чем зомби в миду, то вы должны ему уступить, теоретически. Но на практике, вот, например, тут алхимику я не дам мид, потому что мне видос надо писать, извините. Видос надо писать. Так, вот эту штуку берешь, кто на миду у них там будет? Устра. Устру я на миду высушу. Берем вот такой затар. Хорошо. Такую тему делаем. Алхимику монету отдадим, наверное. С таким затаром идем. Так, отлично. И смотрим сейчас реально, кто будет на миду у нас. Либо это будет Урса. Что Урса это скорее всего. Ну, Урсу я выиграю в миду на зомби. Урса не потянет. Урса не потянет. Урса не потянет. Но Рикимару единственный противный персонаж тут будет. А так у них пик, в принципе, простенький. Мы тут изи выигрываем. Что ж, ребят, не забывайте поддерживать видосы лайком. Ребятки, самое главное, это, конечно же, Луецк. Подписка это второстепенно. Но, суси, как? Подписка это тоже мотивация, по сути. Спасибо всем, кто поддерживает. Реально приятно. Всем пожелаю настроенечка, успеха, на здоровье там. И всего самого лучшего. Что можно пожелать? Конечно. Это ж по кайфу. Помните старый гайд?
на зомби. В старом гайде там просто с томбы ультракил был. Просто томбу поставил, и все лоу-хэповые были, умерли. Умерли просто. Это было забавно, но это дело случая. К сожалению, такое это... Дело случая, ребята. Дело случая. Жалко, что так вышло, конечно, тогда. Сейчас таких моментов нету. Один-единственный трипл-килл был там на речке, и все. Один-единственный там был трипл на речке, и все. Если ВД на миду будет, будет тяжеловато. Да, ВД. ВД на миду, это тяжело. Но я думаю, справимся. Сразу он решил не мелочиться, скляночку. Закидывает. Ну, посмотрим. Что из себя Вич-доктор представляет. Но пока что он меня тупо тычкует на ВД. Давайте тоже подразминаем его. Чуть-чуть. Чуть подразомнем чувачеллу. 300 хп. Будешь нападать на меня? Да тычку дам. Не хочет. Да ты что, так огрызается он? Больной. Больной он на Вич-докторе. Сапожок бы выколотить, да, ребят? Сапожком стопроцентно его принимаю. Сапожком. Что next берем? Рип. Солрипы. Ты дай мне сапог выфармить. Прикинь, да, что делает? Руинит сапог. Буботик. Да ты что? О, еще маледикт кинь, дядь. Эх, крипы скрылись, но я без варда стою. Что так, не подрасчитано? Брат, давай я тебя немного подикеивать начну. Чуть-чуть, сапог есть уже. Да переагрись, да. Не переагривается. Да переагрись. О, наконец-то. Оп, хорош. На руну побежал. На руне. Реген, да ладно. О, ну типа... Типа, кстати, можно... Найс. Хорошо, он мой. Он ошибся. Я один тик зарегенил. А у меня сапог. Жесть. Прикинь. Какая крыса, а. Левел апнул. Все апнул. Ля, вообще жесть. Ну, лакует, лакует. Одну тычку дать ему? Мне тут хилиться надо. Хорош. Еще один тик будет. Этот. И захиливаемся. Найс. Уф, лаки. Про, а не лаки. Все рассчитано. Все рассчитано. Рассчитано. Ну, с руной, да, с руной сам виноват. Ты мог забрать пойти. Тут ты, конечно, на ВД рачок. Давай-давай, скляночку сразу там, брат, и побежал. Волосы назад просто. Хорошо. Ты такой пользуется дистанцией тавера, все равно, да, чувствуется, что что-то хотя бы понимает. Не овербомж. Что-то лост хитить там пытается, да? Он так вот, да, знаете. У нее тоже сапог, кстати. Очень быстро передвигается. Руну внизу заберу. Была бы какая-нибудь хоста, не знаю. Инвиз. Ну, инвиз плохо. Стики надо взять здесь. Чувак, ну, не знаю, почему ты руну не пошел забирать. Очень много крипов в миду. Пятый левел у него, жесть. Ну, такой, надо фармить. Че я буду бегать за ним? Типа, ну, реально. Я так все время пробегаю за ним. Вернемся.
Не варик за ним бегать. Но разочек я его забрал. Стоит он неплохо. Уверенно. Относительно уверенно стоит. Относительно уверенно он стоит. Оп, хорош. Пазики некстом. Пазы некстом возьмем. СС. Неплохо стоит он, относительно уверенно. Но все равно. В фарме, в левеле он не уступит тут. Я его вытесняю. Напоминаю, ребятки, это фановая игра. Фановая. Ты крыса, а. Так, чё качаем? Дикей. Дикей. Сейчас на руне забираем. Там 500 хп, это 2 дикея и Soul Reap, и все, его нету. Но он, видите, не подходит. Не подходит. Чуть-чуть расчет тычечку еще одну дать. Там плюс резисты, это все учитывается. Так, ну у меня есть фазы. Все, с фазами сейчас точно убиваем его уже. Выфармили мы здесь. Можно сейчас побаловаться с ним будет. Пару дикейчиков накинуть. Еще желательно руну внизу забрать пойти. Не знаю, что там за руна. Там актив какая-то. Какая-то активка будет. Хорошо. Сосем силу. Пусть страдает. А в Т-шку просто уходит сразу. Побежали вниз. Боится, боится очень страшно. Урса там же есть. Иллюзии Урсы, окей. 400 хп ВД, но сейчас уже будет возвращаться. Сейчас уже сила возвращаться будет. ВД не овер, дурачок там. То есть он бы фидил тот по КДСе, был бы дуралеем. Че, решил напасть? Давай. Ну, я умер, да? Боже. Просто байбек и бежать. Вот он так крысит, жесть. Что это такое? Почему он так стоит? Он играет, знаете как, очень аккуратно играет, чисто как Криса. Он не хочет подходить вообще, то есть он стоит, ждет, а так вот. Ну я мид сливаю, получается. Ну разочек 1-1, но он сейчас в плюсах лютых. Жесть. Очень хорошо стоит. Молодец. Просто вот этот, да, вот он не фармит крипов, он просто стоит АФК. И у него получается выигрывать. У меня там без шансов просто. Просто без шансов. Да, дай пофармить, дядь. Молодец. Ну, закрысил хорошо. Закрысил хорошо. Гоу, я бегу. Я бегу, дядя. Хорош. Усра. Настоящий. Зачем ты забрал, лол? На рофле? ВТФ, зачем так делать? Зачем так делать? На клоке, зачем так сделал? Ну ладно, ничего страшного. Будет попроще потом. Может быть. Так, от ВД что делать будем? От Дезварда. Дезвард я не вытяну. Снекс, томбу, 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 томбу. Ребятки. Томбу сейчас берем. Руны нету. Через что играем в начале? Я соберу армлет. Жалко, конечно, что у меня клоквер Криса. Мне бы сейчас было бы 1500 вместо 1000. Да ладно, крип дрочится, не хочет проходить. Не, ВД там овер не дурачок, это видно. Типа он не фидит. По КД. Что-то пытается ласхитить, динаид, да? Да-да-да. Знаю я тебя. Расскажешь историю.
А, да-да. Чё-то. Но он, кстати, это еще он может намного жестче стоять на ВД, реально. Намного жестче. Он еще стоит лайтово. Можно очень круто стоять на ВД. Жестко. Сейчас Клок опять заберет, да? Какой же Клок, скотина, а? Жесть просто. Вот сдохни. Вот просто забирает фраги и фидит. О, змей шамана. Меня не надо, дядя. Забирает фраги и фидит, чувак. Так, ну шаман загангил. Что-то актив, да, лютая оценка хоть бы пришла. А, у нее медас. Айдиш лагаю. Норм. Лагаешь, значит, можно забирать и фидить. Четко. Блин, но старт хреновый, да, ребят. Что-то как-то плохо. Плохо. Но, может быть, будет дальше лучше. Как думаете? Так, продай, да. Ну, будет где-то... К 90-й минуте, да, сделаем армлет. Что пацаны гениально играют. Молодцы. Пидлорд. Там еще Рикимару. Ой-ё. Так, тут ГГ, скорее всего. Тут ГГ еще. Возможно. Честно, очень что-то как-то слабо контрится. На зомби. Максимально плохо. У нас ЦМ-ка с Мидасом, вот еще как бы проблема. Ему пофиг, он просто фармит. Так, Урса забрала Егу. Хорошо, реген хотя бы. Хотя бы. Фармим. Я уже подумаю насчет покупки Мидаса, потому что тут актива не будет. Что-то как-то... Урса сейчас сделает дагер, я для него буду булочкой. От хп нормально, два дикея. БХ, обойди ближе к тавру, вот здесь где-то встань, да, бегает лево право не знает, куда присунуться. Что-то вообще на карте никого нету, да, просто фармим. Здесь там шаман форстаф и пол юла. Что-то она собирал лютое. Оу. Потом мы поставим. Хорош. Этого туда же. Так, ну это у нас перча. Хорошо. Лок, хукать будешь? А, ты уже без хукшота. Понял. Ну ладно. Ладно. Our allies' town needs help. Иди монету забирай. Так, есть армлет. К 90-й. Как мы неожиданно, да, напали? Спад тавара. Ну, пойдет, я забрал там шамана, стрик. Шаман там заряженный. Шаман заряженный. ВД такое ощущение, будто в АФК ушел. 11-й левел, да нет, он фармит где-то просто.
Аганим, наверное, хочет выфармить. Золото у него по-любому есть. Что некстом тарим? Если честно, хочется какую-то неуязвимость собрать. Потому что там Дезвард, его надо как-то контрить. Плюс Урса. Тут очень много таких слотов вообще. Вот он, вот он, вот он. Армалет, кул. Хорошо. Он стоял, ждал все это время там, походу, кого-то. Эй, моя кура! Да ВТФ! Что кура моя в меню делала? Почему она на мид полетела? Ладно. Рассчитал. Конечно, брат, все рассчитал. Изи. Есть еще телепорт какой-нибудь тут. Сейчас змей воткнет просто. Да какой хитрый на шамане, чувачок. Хорошо. Вот так вот там. Не злобни, зулус. Бот Юлюсис. А Маега, блин, Урс. Да, стал он с этой Аегой. Так, Урса лопнул. Там Аегис. Хорошо, Аегис забрали и убили еще. Ой-ой-ой, чувак. А, я миссанул. Да стой ты. Да че я не могу ни один фраг забрать, жесть. Ни один фраг не могу забрать. Реально. Ну ладно, пофиг, ассисты тоже хороши, ребят, согласитесь. Ассисты тоже хороши. Много сейчас сделали внизу. Только БХ потеряли, я промахнулся кнопкой. Это у Вичдоктора, короче, Глиммер, да? Я понял, он второй раз так подходит, делает. Просто с Глиммером стоит. Ну ладно, сейчас по его правилам будем играть, окей. Давайте возьмем Дасты. Сейчас я смотрю по карте, никого нет. Он с Глиммером, оказывается. Крысит. Ну такое, что-то шарит парень. Молодец. Переигрывает. Так, алхимик у нас АФК фарм. ЦМ-ка тоже АФК фарм. Блин, как тяжело, да, вот когда просто нету в команде игроков, которые будут помогать. Немного клок поможет сейчас. И БХ, гоу вместе. Ганганем. Ну, гангать. Надо гангать, надо пушить. Все товара стоят. Там шаман еще. Сейчас сколько грязи. Глиммер не хочу делать. Давайте сделаем. А что мне остается делать? Когда плохой фарм. Ропнись, пожалуйста. А, это моя кура. Вот так вот, значит. Плохой фарм. Что сделать? Как играть? Если фарм говно. Опять кто-то фармит просто. Нужна помощь. ЦМ-ка там ТП дает, помогает. Вичдоктора наказывать сейчас будем. Пол аганима у него там. Опять дасты не взял я, да? Ну некуда, да? Лок, кшотни. Ну, задушите его, кнопки нажмите, парни. Хорошо. Господи. В центре на миду стоят, получается. Ну ладно, меня разменяют. Да я вообще ничего не могу сделать, меня ВД просто хейтит. Найс. Зато Урсу забрали. Низ падает. Нас так с этот спушит шаман. Блин, там...
Чересчур много активных, нормальных, адекватных игроков. Я ничего не могу сделать. Меня просто этот склянки, каски. Я взял глиммер. Пофиг кому. Семь ассистов. Вот нафиг мне эти ассисты. Мне нужно стилить. Нужно стилить. Нужно стилить. Так, даст и поехали. Никто нигде не высовывается. Этот ВД вечно фармит где-то. ЦМ-ка не дает опса. ЦМ, МБ, ты начнешь сапить, брат. Ни одного варда тупо не поставил, чел, за всю игру. Да, фарм говнище тотальное. Я не знаю, что делать. Мне нужно вот, вот так вот делать. Сейчас опять выйду, опять где-нибудь ВД встреча. Опять умру. Типа и так будет. А тащить некому тупо. Тупо некому. Гасту, наверное, брать придется. Не очень-то хотелось бы, но придется походу. Сейчас провардим. Вот так хотя бы. Да, МВД тоже 100% есть. Где-то вот здесь в лесу по-любому стоит. Да, он в лесу, вон он стоит. На вич-докторе. Так, подхилимся. Сейчас еще тиг будет. Армлет. Хорошо. Хорошо. И ВД надо. Хорошо. В лесу стоит по КД там. Я даже не удивлюсь, если там стоит обсерв у него. Вот здесь вот. Обсерв, возможно, даже стоит. Просто стоит он там, ждет. Просто стоит и ждет. Томбу хорошо поближе поставил. Спалил всю его затею, всю его контору. Хорошо, хорошая драка. Криса, а? Такой, знаешь, хотел похейтить, да? Вич-доктора. А был захейчен, между прочим. Там Роша есть. Роша есть. Урса туда пойдет, парни. Там на Роше можно офигенную драку сделать. Шаман Еул там аганим делает. Блин, он молодец. А мне тут надо в стандарт какой-то выходить. Стандарт. Вич-доктор, конечно, соображает что-то. Ну, наверное, один-единственный герой, на котором он играет. Рики мог я убить Клок, если бы не забоялся. Было бы офигенно. Так, достов нету. Другой вопрос, что сейчас собирать? Честь. Давайте соберем что-то на ману. Тот же Еул. Пусть будет. Пусть будет Еул. Почему нет? Или линку от шамана. Юл или линку от шамана. Можно из баши выйти, плиз. Спасибо. Хорошо.
Что-то за нападение какое-то непонятное было. За честную битву они были или как? Это продаем? Хорошо. ВД там на топе. С Клоком дерется. ВД, короче, с топа не уходит, нифига. Я вам отвечаю, ВД это кринжовый поросенок. Он просто... Короче, у него тактика вот так вот на лайн кто-то приходит дефить, ну, стандарт. И он его пытается забрать. Хитрый, конечно. Но недостаточно. Все, начинаем, ребят. Зомби мид, если честно, в этой катке не сильно зашел. Но камбэчим. Камбэчим. Так, Юл, я делаю Юл. Потому что Вич Доктору дополнительно Дезвард можно будет сбить. Это ж будет круто. Это ж будет круто. Такой билдец получается у нас. 7 керри, 7 сап. Берем сейчас вот что-то типа вот такого. МС у меня высокий. КП, маны хватит. Вместе собрались, кстати, начали душить, заметили? Че, ВД опять сейчас на топе будет тусить? Го, пройдемся, посмотрим. Это Вич Доктора. Вич Доктор, конечно, забавный. Хорошо. Че там у Рики горит? ЦМ-ка, блин, Лотары, Дагера, Маднесы, жесть. Ужастик. Там Клок. Клок фидит этого Вич Доктора. Надо пушить. Низ сломали. Го, мид. Мид сломали. Низ сломали, мид надо бы сломать. Шаман по низу идет. Гемчик взяли, можно пока не бояться. Юльчик есть. Можно я со стана выйду? Я не знаю, что это. Со стана не могу выйти. У него уже дагер, глиммер, жесть. Просто со стан не могу выйти, ладно. Я лучше пофармлю с вами. Чем буду пытаться активничать. Жесть. ЦМ-ка, блин, я не знаю, почему так вот, да? И неужели я так настолько плохо стал играть, что не понимаю, что нужно делать в этих играх? Просишь, да, собираться там. Что-то делать. И они фармят. Блин, я так не могу играть. На зомби это актив. Но я сейчас не ожидал, что там даггер у ВД будет. Он даггер купил, поняли? Даггер купил. Я с башни не вылет. Там Рики забашил меня сначала. Гем. Гем заберите. Жестко, блин. Я тайминги либо ловлю, либо хз. Откидывай, откидывай. Я помогу сейчас на миду. Томбу надо просто ткнуть. ЦМ-ка, брат, давай, давай, давай. ЦМ-ка, сейчас мы тут. Вот так, вот так. Ой, хорошо. Вот это четко. ЦМ-ка не зря всю игру фармила. Парни вместе. Гоу. Надо просить их, чтобы мы вместе собирались. Курса Рошана забрал. Блин, ВД молодец. Реально выделяется из всей этой толпы, да? Какая, раз 10 его, наверное, уже похвалил. Ну прям молодец. Молодец прям. ЦМ-ка не молодец. Я за него хожу варды ставлю, это кринж. Блин, какая-то непонятная игра на самом деле, да? Такая, вроде прикольная, но с привкусом говнеца. Что-то как-то такое вот. Вроде прикольная, но с привкусом говна. Че, я опять один иду мид пушить.
Жду, пока чувак на ВД прибежит с Рикимару. Опять та же самая история будет сейчас, да, наверное? Я не буду, нет, я уже, спасибо. Я лучше АФК пофармлю, как ЦМ-ка. ЦМ-ка фармит, и мне, походу, тоже надо АФК фармить. Никого нету рядом у нас. Ни разу... Вот, первый раз Вич-доктор на топе просветился. Первый раз. Вот ЦМ-ка фармит, химик фармит. Ну я не дам Томбу разбить. Рики, с руки просто бить. Хорош. Оп, сюда. У меня склянка прыгнула. Хорошо. У нас низ падает, да? Ну вот это такой шаман, он будет постоянно это делать. У нас минус низ сейчас будет. Шаман такой. Ну, тревел сейчас возьму. Тревел. Алхимик не видит, что ли? Не может телепорт дать или что? Ну это тревел. Пойдем тревела брать, ребятки. Такой, да, шаман чисто? Но он так и будет делать. Там видно, там шаман, ВД нормальные, адекватные. Нормально делают. Шаман, ВД. Так, вот это продать надо. Шаман, ВД молодцы, там хорошо делают. Питлорд непонятный пока. Рикимару тоже. Тагерочек тоже взять. ВД вот так вот стоит просто постоянно. И это прокатывает. Это прокатывает. Просто стоит. Вон, бежит уже. Чувак на ВД, конечно, думает, что ему все дозволено, реально. Уважаемый, ты на рофле? Жесть, просто. Что БХ делает? Что делает БХ, я не вкурил вообще. Почему он ушел тупо? Вот и сдохни теперь. Вы видели, что БХ делает? Жесть. Что за игра? БХ, ХЗ, ВД просто отдал. А, ты лагал. Ладно. Он просто залагал, и Вич-доктор убежал спокойно. Все, найс. Он лагал, оказывается. Помоги. Я хочу сделать какую-нибудь кирасу и с руки долбиться. Откидывай ты этот стан уже, господи. Ты его до Талова будешь нести, что ли? Уже откинул бы, там одна тычка умирает.
Так, ну, хорошо. Монету я заберу, алхимик не видит. Давайте два вардика купим. Да, можно попушить. Чувак, на ВД не удалось у тебя. Да как он забрал? Ух, я думал, он клепнет сейчас. КЗД, ни одного фрага, ребят, не беру. 18 ассистов, топ-ассистер на карте. Вот даже сейчас алхимик забрал каким-то образом. Ну да ладно, надо сейчас топ дефнуть. А, ВД такой, да, вот ждет. Но переигрываем теперь. Теперь мы ВД переигрываем. Молодец он. Молодец, но недостаточно. Недостаточно молодец, чтобы выиграть. Ну, в миду молодец. А потом не молодец. Ну, короче, вы поняли. Ребят вместе собрали, ГГ, пошло дело. Хорошо. Четыре восемьсот. В принципе, это ролл плакатка. Тут можно вообще что угодно собирать. Так, алхимик нафидил, да? Это радует. Это радует. Змей поставили? Поставили. Сейчас пойдем ткнем обсерв. Кирасу сделаем. Кираса, башер. Хорошо. Лакхак есть. Лакхак существует, реально такая есть тема. Так, это я поставил. Крошпиту поставим теперь. Крошпиту поставим сюда. Все идут. Цемка никак не может оторваться от фарма. Лучше бы, блин, я не... Вот надо посмотреть даже для рофла, сколько она нафармила, Цемка, в этой игре. Потому что она реально тупо не отходит от крипов. Она тупо мидас, вот это все. Она тупо собрала, чтобы фармить. Так, ну найс, кираса работает. Бери агем. Погнали. Блин, ну гем что есть, что нету от клока, потому что он вот так стоять, втыкать будет. Самое главное это актив, вот, да, когда гем берется. Если гем берется на активе, это хорошо. Пойдем, пока шаман в топе тусит. Трупак с кирасой. Блин, у него ауры такие огромные. Зомбаря. Погнали. Дом бы поставили и пошло. Ну вот где гем, да? Я с руки тебя убью, брат. Бедная Урса. Бедный Урса просто. С руки зомби доковырялся. Чувак, я тебя с руки убью. И опять не я беру. Ай, жесть. Просто ни одного фраг за этот файт не вытащил я. Это жестко, ребята. Это жестко. Ост, пошел ты. Пошел ты на ЦМ всю.
игру АФК фармишь, хоть один вард нул бы. Просто реально. Вообще, что это такое? 20, вот просто вот всю игру он тупо фармит. Сколько вардов, интересно, он поставил за всю игру? Вот я все варды ставил. Че, а ост пишет. Пошел ты, блин. Жесть. Такой крысиный жесть. Фарм ЦМ-ки оставьте. Вот это вообще. Где вы такое видели? Ладно, ладно. Пусть парень фармит. Пусть фармит. Хорошо. Так, ну, Аега падает. Мы берем Башер. Аега падает, берем Башер. Пойдет. Го драться. Кто там Усра, БКБ, я Урсу с руки, по идее, убиваю. По идее, но без идеи не знаю. Без идеи не в курсе. БХ там, Хиксы, Эзериалы, что с ним не так? Что с ним не так? Помогай, Клок. Это чё, чувак? Во, первый фражочек. ВД прибежал, да ты шо? Ну, с руки бить буду. Не, не буду, я передумал. Ладно, сольемся. Сольемся. Жалко, я без формы сейчас буду. Чуваки, помогайте. Чувакабры. О, Башек работает. Хорошо. Баш работает только первым ударом. Только баш взял первый удар Вич-доктору по лицу. Ой-ой-ой. Да что ж это такое? Что ж это такое, пацаны? 27 ассистов. 27 ассистов. Я собисал сюда. А лучше муншард сейчас. Вот сюда муншард сейчас возьмем просто. Бешеный зомби, да? Прикинь, ты такой, всю жизнь спал 10 тысяч лет, опа, и так быстренько встаешь. Такой, тык-тык-тык-тык. Чисто наяриваешь? Почему нет? Ну, если честно, непонятная катка, реально. Сорян, реально, максимально непонятная игра. Тем, что мид непонятный. Во-во-во, вот так наяривать будет мой герой. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Как вам такой дэмэдж? По-моему, неплохо. Забавно, на самом деле. Не то, что неплохо, а хреново выразимся так. Ну, просто забавно. Ох, какие хукшоты, брат. Меня не надо, меня за что? Пощади. Не хочу, чтобы шаман мне хиксы давал. Там ВД вот сюда куда-то прилетел. Вот он, вот он. Чувак, на ВД, дай я тебя побью немного. Оп. А! Зашел. Оп. Ой-ой-ой, дядя. Давай драться. Жесть. Ой, как я Вич-доктора натыкал сейчас. Это жестко. Это жестко. Блин, но все равно получилась игра, какая получилась, ребят. Я думаю, на этом гайд мы закончим. Ну, как гайд? Это фановая игра. Ну, фановая такая, ну, с отблесками пота, да? Получилось. С руки потыкаю немного. Во-о-о. Пойдет. Фан-фаном, да, но тем не менее. Гайд у нас вроде получился успешный. Порофлили, побегали. Подушили. Ну и, в принципе, все. На этом катка у нас закончена. Давайте посмотрим, сколько у нас ЦМ-ка фармила и сколько она вардов поставила. Сколько я ткнул. Варды, я 14 поставил, ЦМ-ка у нас поставила... Где Wars? 14. 2 варда ЦМ-ка поставила и 10 поставил у нас Клок. Ребят, ну, по кайфу.
Игра, в принципе, получилась неплохая. Сам гайд по себе на 3 с плюсом. Могу смело заявить, потому что прошлые гайды это просто пушка. Единственное, что тут в этих гайдах хорошо, это, конечно же, теория плюс история героя. Ну и, в принципе, все, друзья. Пикайте зомбика всегда на четверку. Зомби на четверке это самое то, что необходимое в игре. Всегда томба, солрипы, дикеи и живите в драке. Чем больше в драке вы живете, тем больше вы вносите КПД, да? То есть, соответственно, коэффициент полезного действия. То есть, вы полезны. А вот такая катка, как сейчас была, по рофлу, в принципе, ну, может зайти. Но зомби на миду не стоит недооценивать. Реально, очень хорошо стоит с помощью дикеев и солрипов. Но, опять-таки, если у вас нет опыта, я не рекомендую так идти, потому что, видите, вич-доктор, да, что-то там шарит. Оп, у нас с ним такие терки получились, но, тем не менее, мы все равно выиграли. Команде лучше сыграли. Ну, и, в принципе, все, ребят. Обязательно поставьте лайк, подписку на канал. Спасибо всем за просмотр. С вами был Ксеназос и до скорого.